Привет, друзья! С вами Настолки Лайф в очередной Игра Вторник. У нас в гостях сегодня Ксана. Здравствуй! Привет. Здравствуй! Мы рады, что ты к нам. Ну, нельзя сказать, что зачастила, но раз в месяц это очень хорошо. Угу. Это очень хорошо. Не часто, не редко. Ну, это столько, сколько надо, да? Да. Плюс, мне нравится, что мы с тобой играем. Во всякие ретро-игры, да. Благо у нас с тобой теперь база выросла еще раза в два. Ну, у тебя появилось, у меня еще всего. Так что да, нам играть не переиграть. Здравствуйте, друзья. Еще раз напишите, пожалуйста, как нас слышно, потому что чат просто такой, тишина такая в чате там, я не знаю. Как дела, друзья? Напишите нам что-нибудь. Потому что никто же не знает, в какие игры мы собираемся играть, поэтому все такие, что? Что происходит? Какие ретро-игры? Да. Я люблю ретро-игры, лучшая игра вторники. Да, всем привет. Приуныли, такие, ну, мы думали, будет сейчас что-то новенькое, топовое, да. Ну, ладно. А расскажешь, во что мы сегодня будем играть? Давай про нашу идею. Мы что играем по вторникам? Теперь раз в месяц мы играем в игры, которые были... Очень давно. Ну, не очень давно, да? Как это? Это седьмой год? Это вот седьмой год. Фивы мы играли тоже где-то там, шестой-седьмой год они были. Ну, что такое, да? Или пятый. И, как ни странно, мир настольных игр существовал до 13-14 года. На самом деле, настолки очень давно, и поэтому много всего есть интересного. И Тимур, когда я им первый раз показывала, список писала, пока скидывала, Тимур говорит, это вообще играется? Ну, вообще живое? Это типа, что это? Это не устаревшая ерунда? Я говорила, так, вот давай, пожалуйста, не обижай старые настолки. Ну да, конечно, там большинство будет немецкой школы, это понятно, потому что Германия тогда просто рвала, все жгла напалмом, и было очень круто. Сейчас появились больше итальянцев, да, у нас есть итальянская школа, суперэкономическая. Вот. А немцы в данном случае все-таки они всегда, даже их экономические евро, они были все равно с уклоном немножко в семейную аудиторию, то есть они всегда добавляли какой-то элемент рандома, чтобы было хорошо сыграть с семьей дома, даже когда они вроде бы делали прям стратегию экономическую. Вот. Угу. Поэтому немцев, конечно, будет большинство, если мы будем в такое продолжать играть. Ну, две — это уже почти, да, традиция. Ну, слушай, нет, мне нравится, потому что я пропустил вот этот пласт больших таких добротных старых игр, начиная, несмотря на то, что начинал в 2010 там году. То есть мы буквально сегодня говорили, что в локализации у нас были, что, Каменный век, Энергосеть, там, Куба. То есть да. это из евроигр. А мы с тобой сегодня про Pillar of the Earth, да, говорим, какая такая большая, ну, и с интересными идеями игра осталась позади. То есть, ну, мало кто знает, потому что игра старая, сейчас ее где возьмешь? Ну, нигде, наверное, не возьмешь поиграть. Поэтому круто, что мы вот эту тему зарядили. Иногда, главное, сдают. Помнишь, что, например, Power Grid, про который мы говорим, его уже переиздали потом. Mm-hmm. Сначала его сделали локализацию давно, то есть коту там в 9-10, а потом было сейчас переиздание снова. Mm-hmm. Энергосеть, я имею в виду. Ну, конечно. Да, я понимаю, да. Ну, я так на всякий случай. Вдруг так, такой, типа, что Power Grid? Энергосеть? Вы вообще про что? Или, например, Тикал, который Звезда переделала. Он уже приезжал в Россию, старое издание. Мы с тобой сегодня говорили, это 1999 год. What? Да. И там еще Шпиль дес Ярес в том году. Это просто какая-то древнющая игра. Нет, она издается, считается хорошей еврушечкой. Ой, нет, не могу, простите меня. Уменьшить ласкательный суффикс, меня прям трясет от них. Ну, по факту говорят абстракт. Ну, посмотрим, до нее доберемся. Там Джамиль написал, что пощечину Тимур каждый раз, когда он скептически смотрит на старую, забыть. Это Slapsgiving Day, знаешь, помнишь, в «Маму не смотрел», как я встретил вашу маму? Mm-hmm. У них был Slapsgiving Day. Slap — это, ну, пощечина. Mm-hmm. И там они играли, у них был спор, и один у другого выиграл несколько пощечин. И это был... Они Thanksgiving Day превратили в Slapsgiving Day. Mm-hmm. То есть такой прям пощечина. Понятно. Но я так не смогу, Джамиль, прости. Я понял. При встрече я Джамилю прилетит от меня Slapsgiving Day, значит. После прошлого стрима заказал себе фивы, получу 19 числа. Огонь. Круто. Да, прикольно. Димас красавчик. Да. Я просто этот, Джай, ты это странно просто слышать такое от Джамиля, потому что я наоборот стараюсь в старые игры играть, потому что мне интересно. Да. Я буду тебя обучать играть в старые игры. Ты мне покажи, пожалуйста, вот этот пласт, который я пропустила где-то с 13 по 16, по 17, вот этот вот кусок я вообще пропустил. Сегодня опять... Это от Queen Games игра. Почему мы еще выбираем Queen Games? Потому что их в России практически не было. Их очень мало привозили, никто не брался за локализацию, с ними тяжело работать, поэтому Queen Games — это все равно интересно,
и хочется их показать. Для Германии это одно из очень таких крупных издательств, ведущих издательств. И их очень многие знают, у них огромный стенд на Эссене, но в России, да, вот не очень их много, сложно найти, и поэтому у меня есть некоторое количество старых игр, поэтому пока в них играем. Сегодня Чикаго Экспресс. Легко потерять, невозможно забыть. А, да, вот мы потеряли, забыли. Чикаго Геймс. Да, а почему мы все это играем? Потому что я тоже начинала в 2008 году, и, в общем, я фанат всяких ретро-игр, которых у меня в магоны маленькая тележка. Да. Я последний раз в Эссене была в 2014 году. Что вы хотите? Очень плохо. Все, после этого все пропало. Чикаго Экспресс. Че, переключаю камеры, чтобы и правила? Наверное. Че? Привет, привет всем. А я смотрю, Аленка пришла. Здорово. Игра с акциями. То есть, когда меня сегодня с утра, днем, Тимур спросил, каким цветом ты будешь играть? Я спросила, что? Он такой, ну, красным, желтым, зеленым или синим. Никаким. Играть я не буду примерно никаким цветом, потому что это абстрактные компании. Мы инвесторы, которые вкладывают деньги в развитие железнодорожной сети в Америке. И покупая акции, ты таким образом будешь помогать компании развиваться. Она будет приносить тебе доход, но за конкретный цвет ты играть не будешь. То есть ты можешь одновременно обладать акциями разных цветов и получать с них доход. Как происходит, в принципе, игра? Игра, как ты сам сказал, одного действия. То есть у тебя вход доступно всего одно действие. Из этих трех. Одно из трех, да. Все очень просто. Либо ты предлагаешь нам побороться за акции, то есть мы просто выставляем на аукцион какую-то акцию какого-то цвета. Тра-дан, я же пошутила, Тимур, я все еще жду, когда акцион принесет. А, у меня тоже, да, он у меня есть, мы можем сыграть. Но он не старый же. Да? Ну, что он там, 13-го года? Спасибо. 13-го. 13-й, это... Ну, мне кажется, он 13-го или 14-го. Ну, просто вот это сейчас все было 7-го. 5-го. FIFA, по-моему, 5-го года, нет, разве? Мне кажется, то, что... Надо было это выписать и просто по порядку идти. 5-й год, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и так далее. Ну ладно. Окей. Что-то я еще хотела сказать не про игру сейчас. Про Deus. Нет, я хотела сказать вот про эту игру, что Coin Games ее издали. Да, вот кто-то, кстати, в комментариях, я, по-моему, писал, что ее изначально издание игра называлось... Уобаш. Да, что-то какой-то бол, что-то там. Уобаш, и второе слово какое было, не помню. Кэннонбол. Да, что-то такое. Вот, и да, потом ее уже квины переиздавали, и у FIF такая же история. Угу. У FIF было что-то еще предыдущее, просто ее красиво нарисовали. Угу. По-моему, это опять рисовал Менцель, про которого мы уже говорили, то есть один из таких самых известных немецких художников. Угу. Вот, а эта игра открыла серию вообще железнодорожных игр, то есть это одна из прародительниц игр про железные дороги. Она одна из первых, которые начинали. Угу. Там потом целая линейка была. Не из нее ли родилось 18XX знаменитый? Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что это все-таки независимые штуки. Окей. Так, значит, доступные акции. Мы можем либо торговать, мы можем либо устроить аукцион какой-то конкретной компании акции, либо мы можем построить домики. Ну, я перескочу, потому что это более логично чуть-чуть. Либо мы можем построить паровозы какой-то конкретной компании, акции, которые у тебя есть. Либо ты можешь осваивать территорию, то есть развивать регион. Вот в местах, где нарисованы такие вот домики, то ты можешь там вот разместить домик и что-то получить. Как происходит вообще игра? Вначале мы разыграем по одной акции каждый из игроков. А что значит, денег дай. А что значит разыграем? Сейчас. Денег дай. Дай денег. Срочно дай денег. Сколько денег дать? По-моему, на троих 40. Проверь, пожалуйста. По-твоему, держи. По-твоему. Я уже смотрела сегодня, себе сказала, ты денег не дал. Я 40. Я вам что, не цена, что ли, денег вам давать? Тут прикольные бумажные денежки. К концу игры нужно быть самым богатым игроком. Ничего, в монополии деньги есть. А что? Блин, подожди, а где? Что ты хочешь? Дай деньги. Монополию сейчас найдешь? Нет, так это, знаешь, такой... Это нам не надо. 7. Это тебе зачем? 1, 2, 3, 4, 5. Да. Так, держи. Держи. Ты все деньги дал? Ну, по 40 же, ты сказал. Да, по 40. Вот, 25 плюс 15, да, 40. Да, но единички были бы лучше, ну ладно, меня потом придётся. Меня так в школе учили. Ну ладно, просто... Нет, все хорошо. Смотри, начиная с банкира, видимо, это ты. Почему? Ну, давайте бросим. Нет, ты. Почему? Просто ты деньгам ближе. Я первый буду ставку делать. Не, давай вот на деньги. Давай нормально. 7. 5. А у кого больше, ты первый делаешь ставку? Ну, конечно.
Разыгрывается сначала красная акция, потом синяя, желтая, и только потом зеленая. Тот, кто купил красную акцию, будет ходить первым, как только мы эти акции каким-то образом купим. Сначала будет на аукцион выставлена, вот это просто перед как бы началом игры, красная акция, потом синяя, потом желтая, потом только зеленая. Кто купит красную акцию, тот будет первым ходить уже вот по обычным правилам, когда уже игра начнется. Когда ты нам расскажешь правила, чтобы я понимал, зачем я это делаю. Когда я вам до конца уже расскажу правила, да. Ты покупая акцию компании, ну, например, я купила красную и за 10. Я кладу эти деньги не куда-нибудь в банк, я кладу их на планшет данной компании. То есть я их инвестирую в строительство конкретно вот этой вот... Ну, конкретных железных дорог. Pennsylvania Railroad Company. Я понял. Железнодорожной сети. Да. И вот после этого, когда уже там будет ход к тому, у кого есть красная, например, то есть я или там или еще кто-нибудь, то, используя действие строительства паровозиков, я буду строить эти паровозики, когда они отсюда поедут. Тратить буду на строительство деньги, как класть, которые написаны сверху. То есть, вот, например, здесь построила доллар, здесь построила доллар, здесь построила уже 2 доллара. И вот я могу, например, таким образом сделать ход, от 1 до 3 паровозов разместить на поле линейкой. Она должна быть непрерывной, но разветвляться может. И отдавать деньги я буду вот с этого планшета. То есть, если, например, здесь вот получилось 4, я отсюда их отдаю. Если деньги кончатся, то паровозы никуда не поедут. Мои деньги – это мои деньги, а деньги, скажем так, компании – это совершенно другие деньги. Поэтому иногда, возможно, когда вы покупаете акции, имеет смысл покупать их не по дешевке, чтобы просто меньше денег потратить, а наоборот, чуть больше, чтобы влить именно их на планшет, чтобы для развития данной компании. Прикольно. Да. Едут они вот их начальные точки, вот, соответственно, и, по идее, они все стремятся к Чикаго. Зачем это нужно? Почему они все стремятся вот к тому краю поля? Так. Потому что, когда мы получаем дивиденды, то есть по акциям мы получаем выплаты, в тот момент, когда у этих двух крутилок, скажем так, у любых двух крутилок, они оказываются в красной зоне. Как только они оказываются в красной зоне, выплачивается доход компании. Он смотрится на доход компании на этом треке и делится на количество акций. И все, кто получает, получается, есть, у кого есть эти акции, тот получает деньги. Так, вот здесь 7, и акция только у меня. Значит, эти 7 денег получаю только я. А вот если бы, например, у него было бы там 10, и 2 акции было бы, например, у меня и у Ани, то мы бы получили по 5. По одной акции. Мы 10 делим на 2 проданные акции по 5. Понятно. Если не округляется в большую сторону, еще момент. Окей. Вот. Вот в этот момент ты получаешь выплату денег. Плюс дополнительно ты получаешь выплату денег, когда доезжаешь до Чикаго. Причем только та компания, которая доехала до Чикаго. А туда только одна может. А, я понял. Клетки не могут занимать разные паровозы. Вот, про клетки. Клетки в горах может занимать только один паровоз. В лесах только один паровоз. А в городах и полях... Где-то еще было. Нет. Нет, все, да? Всего 4 типа. Здесь может стоять несколько паровозов. Несколько. Любого цвета, в смысле разных цветов. А, то есть любое количество, типа, да? Да. Окей. Эти придется ставить, наверное. Ну ладно, не важно. Чага-чага, чуть-чуть смотрели мультик. Какой мультик? Не знаю, какой-то. Чага-чага, чуть-чуть. Это, наверное, какой-то этот. Какой-то паровозик, наверное. Паровозик, да. Из Ромашкова? Не знаю. Паровозик из Ромашкова. Спасибо, Леша. Не знаю, нет. Причем, когда ты размещаешь свой паровозик, где уже стоит какой-то другой паровозик, то ты платишь количество этих денег, умноженное на количество паровозов. То есть, первый паровоз будет стоить минус 2, а второй паровоз будет стоить, соответственно, минус 4. Окей. Да. Но в города имеет смысл расти, потому что мы, наверное, возвращаемся к третьему действию – размещение домиков, то есть осваивание территории. Если я в свой ход выбираю осваивание территории, я могу разместить домик там, где уже есть мой паровоз, то есть эндерасцендер вот сюда. И здесь написано, что произойдет, если я размещу здесь домик. Я ставлю здесь домик плюс 1 к стоимости акций компании. Если там стоит паровозы, допустим, красный, желтый, зеленый? Все получат. Все растут, все, да? Получат, да. Окей. Видишь, вот здесь вот есть плюс 1, плюс 2, а вот здесь вот стоит знак доллара. Это значит, что если я построю здесь дом, то сразу из банка вот сюда отправляется 2 доллара. То есть, таким образом, возможно, пополнить планшет, чтобы потом строить с помощью него паровозы. Понятно. Таким образом, это домики... увеличение стоимости акций, а вот это пополнение фонда, как бы. Да. И можно также, вот, получается, домики можно ставить в горах, осваивать территорию, и в городах. Окей. В
Есть три отдельных... Есть, в лесах у тебя как раз выплыты вот сюда. У тебя есть три отдельных города, у которых не по одному, вот когда домик построил, и все. Где у них есть отдельный трек. Это Детройт, Уиллинг и Питтсбург. Они находятся где-то вот в этой стороне поля. Так, а вот Детройт. Ой, Детройт, они серые, вот. Уиллинг, Уиллинг и Питтсбург. Должен быть наверху. Вот Питтсбург. Когда ты до них доезжаешь, то доход твоей компании возрастает соответствующий треку. То есть, например, Уиллинг это сразу плюс 3, а если потом еще там построить домов, то может вырасти до 6, а например. Много домов может стоять? Они просто не будут ставиться, это будет отмечаться на треке. А вот в обычных зонах только один домик, ты его сразу размещаешь на поле. То есть, допустим, если я в Детройте, допустим, точнее, в Уиллинге стоит домик. Да, он не ставится. А, он даже не ставится. Он не ставится, у него есть отдельный трек. Всё, я просто говорю, ты говоришь, я строю в Уиллинге еще один дом и отмечаю его на треке. А здесь, вот видишь, вообще 4, 6, 8 мы прыгаем. А почему здесь символ такой просто плюсик? Ну, это вот как раз плюсик, я должен заплатить здесь вот эту стоимость, да? Нет, ты ничего не платишь. Ты когда размещаешь дом, ты просто типа двигаешь ты на здесь. На треке получаешь плюс. Странно, то есть на обычной клетке мне нужно заплатить, чтобы построить? Нет, где ты это видел? Нет. Что? Нет, ты просто размещал домик. А, ты действие на это тратишь. Всё, это действие, это, то есть домики поставить ничего не это стоит. Это действие, да. Все, окей, простите. Да, я не понял просто. Плюс у Детройта двигается всегда вот эта вот стоимость в зависимости от того, как в зависимости от выплат. То есть после каждой выплаты дивидендов, ну вот, да, вот это две случилось, выплата дивидендов, он двигается. То есть, по сути, это еще один вариант окончания игры, хода игры. То есть у нас получается 8 раз выдачи денег, получается, да? Всего? Да, плюс Чикаго. Когда ты доезжаешь до Чикаго, это внеочередная выплата денег только тем, кто туда доехал. Но она двигает Детройт? Нет. Детройт двигает только вот эти треки. Эти спидометры. Да? Да. Окей. Хорошо. Мне кажется, там залипло только. Все. Я посмотрела комменты просто. И хотела дочитать, там был большой коммент. Лобыш Кананбол она называлась. Комментариев от Валеры Кружалова. Да, автор игры указан как Харри Уни, кто иной, как Джон Боррер, да, глава издательства, да. Издательство девелопер Edge of Steam. Я, кстати, посмотрела, Edge of Steam — это не игра Джона Боррера. Это была Edge of Steam, другое, по-моему, чуть ли не волосы, по-моему. А у пресловутого Баррера были другие игры. Я тоже посмотрела этот момент, ради интересного. Чаггингтон. А, мультик Чаггингтон, господи, да, чух-чух-чух. Да, так. Было такое. Очень классно, и давайте по 2 стрима в неделю. Тогда Тимур никогда не посмотрит футбол, он уже жаловался. Давай добьем правила. А я сюда не приеду просто, потому что это Балашиха, ребят, нет. Ну, серьезно. Балашиха. Блин, Балашиха, я никогда это не выучу. Давай добьем правила. А потом прочитаем, что ребята написали, и начнем играть, хорошо? Да. Чтобы просто не разбивать плюс информацию. Плюс у Чикаго, как ты видишь, ты доезжаешь до Чикаго, и там плюс 7 просто до того, что ты доехал. То есть ты доехал своим паровозом, ты такой хоп себе плюс 7 сделал, и еще и выплату денег получил в этот момент сразу же. Но только тому, кто доехал. То есть только тот цвет, который доехал, тот получает деньги. Не игрок, а именно цвет. Цвет, да. И все игроки, у которых есть эти акции. И в тот момент, когда кто-то первый доедет до Чикаго, откроется еще одна компания. Она вот здесь лежит, Wabash. У нее всего 2 акции. Ехать ей до Чикаго, как вы видите, просто 2 шага. То есть она очень быстро себе сделает еще раз выплату. Да, она начнет с единички. То есть Форт Уэйн, когда ты достигаешь, открывается... Не Форт Уэйн, а до Чикаго доезжает любой из игроков. Так. Открывается постройка Wabash Royal Road Company. И он стартует отсюда. Первая акция разыгрывается сразу же. Кто-то может ее купить, и после этого уже начинать строить паровозы. Ну, она методом аукциона разыгрывается? Она методом аукциона разыгрывается, конечно. Окей. То есть, допустим, я, вот, например, да, я доехала там красными паровозиками до Чикаго, открылась эта акция, и следующим ходом ты можешь ее купить? Нет, когда открывается аукцион, все могут ее купить, начиная с тебя. Ты предлагаешь первую ставку. У нас торги за черную акцию. Да. Происходит. Причем она начинается с единички, то есть у нее не будет сразу там 10-15 стоимость, то в целом, если она там поедет побольше по городам, например, сделает какой-то крюк, то она уже вырастет, ну, хотя бы до десятки дорастет. Смотри, вот видишь, у нее здесь 2, там, соответственно, еще плюс 2, и там 7. То есть можно, в принципе, до десятки дорасти и 10 денег просто получить. Хорошо. Еще момент. Когда ты покупаешь акции, изначально они стоят столько, сколько нарисовано, но делятся на количество проданных акций. Ну, то есть, например, первая акция стоит минимум 7. А вот если у нас будет вот здесь, естественно, то вторая акция будет стоить сколько? Пятерку, минимум 5. Одна уже куплена, вторую продаю. А, то есть, чтобы вот при такой ситуации мне купить акцию оттуда, она мне стоит... Минимум 5. Аукцион же.
аукцион. Минимум пятерку, а дальше поднять могут до скольки хочешь. Подожди, у нас то есть покупка А, вот это вот запускает аукцион. Да. Это не говорит, что я взял и просто купил акцию. Нет, ты запускаешь аукцион. Причем иногда может быть такое, что ты можешь сказать, я запускаю аукцион, ничего не запустить, но, например, это было красное, и таким образом мы получаем дивиденды в этот момент. Хорошо. А можешь, например, запустить аукцион и... Купит, естественно, кто-то другой. Что угодно может случиться. Ладно. Как проходит аукцион? Первый игрок объявляет стоимость минимальную, допустим, соответствующую цифре, которую я тебе сказала, как делим на... Ну, допустим, 7, потом по кругу. Аня говорит пас или 8, да? Или если 9. Она пасанула больше, она не больше участвует. Не... Ну, как обычный аукцион. Вот в том-то и дело. Обычный аукцион, в котором, если ты пасанул первый раз, ты больше не участвуешь в торгах. Ты как бы вышел совсем. Угу. Понятно. А жетончики какие-то? Жетончики — это просто для обозначения, если мы 50 перейдем вдруг случайно. Но это я не знаю, как случилось. Понял. И, наверное, всё. Да, примерно, ага. Да? Вот, я вот что не понимаю. Смотри, вот здесь надо заплатить 4, да. А что за плюс 1? Ты вот сразу тут... получишь плюс 1. К стоимости, да. Акций? Да. О, прикольно. Окей. Если ты очень большой молодец и проехал через горы, прокопал там себе тоннель, это очень круто, и ты сразу получаешь... Твои поезда становятся там, например, круче, дороже, и становится еще плюс 1 сразу. Угу. Да? Хорошо. Это что, все правила? Да. Да. Ну, все, погнали. Хочешь, можешь посмотреть комментарии, а и начнем. Ты хотела? Читаю. Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Я, правда, сегодня что-то какая-то не такая веселая, извините. Я буду грустная, скучная. Но шептать не буду, не надейтесь. Не я надеюсь. Буду все равно громко разговаривать. Надо было кофе выпить. Очень классно это было. Баррера не Можно был автором Age of Steam. Да, я и говорю, но был девелопером игры, как я понял. Тут специфически. Ну, в смысле... Я тоже прочитала, что у него было свое издательство, у этого Джон Баррера. Но он немец, а Age of Steam, если это Волос, то у Волоса было тоже свое издательство. Надо у них спросить. Встреча, сказать, чуваки, расскажите нам, что там было. Я не поняла. А у Волоса был друг Громит? Интересно. Подскажите, пожалуйста, очень хочу новую. На столку из пушьи лак. Ждать кубита целесообразно? Ну, с точки зрения пушилака, она дает вот, дает ровно то, что... Ну, да. То, что, ну, как бы... ну, в смысле, пушилак раскрывается там в полной красе. Но есть шарлатаны, можно шарлатанов купить. Отличный пушилак. Селестию забыл пушилак. Кстати, ну да. Это просто вообще не новая игра, поэтому она просто одна из самых известных пушилак. У меня она есть, просто все, знаешь, хочется в ней, как бы надо в ней играть от 4 человек в идеале. Обязательно. Даже втроем она очень скучная. Вот. Это правда, 4-6 идеально. Она правда классная. Вот просто в шарлатанах можно играть вдвоем, втроем, mm-hmm. допустим, а вот Селестию надо. Мне нравится, кстати, Селестия, я очень люблю. Mm-hmm. Кстати, что прикольно, вот в этой игре мы с тобой сегодня смотрели до 6 игроков. Но немцы вообще отличаются тем, что они, так как они выпускают семейные игры, они старались, ну, по крайней мере, старая школа, они очень старались делать для большего количества. Ну, потому что, например, там папа, мама, еще дети, уже 4, и хорошо бы еще немножечко тоже, чтобы было запас. Поэтому у них вообще очень много было игр до 6. Вот это тоже до 6. Прикольно. Ее обрадовали до 4. Так, а чего у тебя... А, денег. Это моих денег. Ну что, ты у нас первый аукционист. Да, я за 7 объявляю аукцион. Вот, Игорь торгуемся. Игорь пишет, ждем локализацию Хани Бас от Эврика. А что, разве объявили локализацию Ханибас? Там было два смайлика, поэтому... Нет, ходят слухи просто, но неизвестно пока. Конечно, все пчелы и весь мед теперь наши, после пчелья-то. Только вы должны быть. У меня, кстати, есть еще в редакции лежит еще одна игра, у которой тоже тематика цветочков и пчел, да. И я говорю, может, издадим? Все ржут надо мной, говорят, ты все свои игры собралась себе набрать? 7. Я предлагаю 7. Ну, ладно. А, еще количество акций на планшетах разные. Можно посмотреть. Здесь 3 акции всего. Там 6, 5 и 4. Mm-hmm. Да, все правильно. Поэтому получается, что... Я просто пока не понимаю, зачем мне это нужно. Я пацану, я просто куплю себе какую-нибудь акцию подешевле, да. Угу. Красный хочешь, Аня? Смотри, какой красный. Я пока тоже ничего не понимаю. Ну, хорошо, не хотите. Не, давай 8. Да ну что ты? Я, говорит, ничего не понимаю, но я куплю. Чтобы купить что-нибудь, не продать что-нибудь ненужное. Надо сначала купить что-нибудь ненужное. Вот ты хочешь купить что-нибудь ненужное. Ну давай 9. Ну давай 10. Да что с тобой не так? Ну возьми. Или что? Так с тобой все, я не знаю. 10 что? Сюда кладешь. Что происходит? Да, я помню. Что происходит? Я же уже рапорта. Соответственно, теперь мы торгуемся за синюю. Ты что назначаешь? Нет, назначаешь тот, кто купил.
Что? Я думал, у нас у каждого должно по одной акции остаться. Или мы разыгрываем акции каждой компании? Я буду первой. Одной акции... По одной акции каждой компании. Да! Хорошо, хорошо. Синюю давай. Ты предлагаешь 6. Ну, или можешь сразу сказать пас. Нет, я предлагаю 6. А ты предлагаешь? А сколько их там было? А их там 4 штуки. 4. Давай будет... А зачем нам наши деньги? Чтобы акции покупать? Нет, твои деньги, это к концу игры они будут смотреть. Твои победные очки. Тут проблема, вот как раз с одной стороны тебе хочется что-то купить и положить деньги сюда, с другой стороны, если у тебя ничего не останется, то к концу игры это ничего. Давай, ставь сразу 10. Ну, потому что ты мелких не дал, давай 10. Ты нормальная? 11. Ты что-нибудь скажешь? Чего? 11. Ты чё, витаешь-то? Пас. Пас. Отлично. Моя акционе. Вот так. Вообще не туда. Да. А, господи. Вообще не туда. Простите, да. Я забыл. 3, 4, 11. А, 11 на синюю, да. Нормально, точно. Нормально. Угу. Моя компания будет расти и развиваться. А ты кого себе купил? Я купил себе Балтимор и Огайо. Вот угу. Что это такое. Ну, давай теперь объявляю желтую за 5. Желтая за 5. За 6. Такая Оксана такая умная. Не буду с вами. Нет, пас. Не хочу желтую. Не тот какой-то цвет. Ну, будешь покупать? 7. Бери. Окей, возьму. Так странно это. Ладно, я это разменяюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Разменял. И должен заплатить 7. Нате. Туда положите, пожалуйста. Угу. Я акционер. Не Газпром, конечно. Это... Часопик. Часопик и Огайо. Окей. Допустим. И последнее. И последнее зеленое. Ты начинаешь. Ирина Вячеславовна, здравствуйте. Зеленая за 8, госпожи. Зеленая за 8. Пас. Ну, давай 10. Мелких денег не дал, поэтому все равно у меня рис. 11. Да что такое, 12. 12? Давай, давай 15. Давай. Я не знаю, зачем, но у меня 3 акции. Не туда деньги положил. Положи деньги компании. Ты у кого купил акцию? Вот тому и отдай. Все, отлично. Ну, он же банкир. Да, поэтому сдается в банк. Окей. Так, вот, собственно, теперь кто купил красную, тот ходит первым. Тебе доступны 3 варианта действий. Ты можешь снова объявить торги за акции, за любые... Ты можешь построить красные паровозики от 1 до 3, начиная с вот этой точки, то есть как хочешь ползёшь. Угу. Или ты можешь... Ну, это ты не можешь, потому что пока паровозиков нет, то своего территории невозможно. Угу. Что будешь делать? Хочу построить паровозики. Это 3 штуки, да, делаю? От 1 до 3, да, ты строишь. Ты сама решаешь, сколько паровозиков ты хочешь построить. Воу, Саша! На таксишке есть, круто! На каршеринг! А ты ездишь на каршеринг? Нет, я не умею водить машину. Как раз таксишка, по-моему, у тебя столько и стоит от нас, да? Ну, примерно, да. Спасибо, Саша, я хочу вот так, раз... Не, начинаю, ну, да. Кстати, первый паровоз интересно ставит сюда или нет? 3. А, держи. Глянь сюда. Вот я не помню, первый ставит. Ох ты какие! Минуточку. У меня уже есть план, не знаю. Не, он изначально стоит здесь, первый паровозик уже стоит здесь. Вот отлично. Почему-то на раскладку ее не поставь, пожалуйста. Нам нужен зеленый, синий, просто дай, поставь, пожалуйста. Да, вот здесь, что они уже... Я помню, что здесь они должны стоять, но просто это изначально... Почему у тебя этот брейк-дансер паровозик? Не знаю, потому что он красный, так я не увидел. Паровозик брейк-дансер. Веселый. Вот так хочу построить. Хорошо. Блин, ребятки, да. Сколько денег ты отдаешь? Раз... Блин. Короче, 5. Угу. И у меня растет на 1. Опять брейк-дансер. У тебя растет на 1? Окей. 5 денег отдаешь, да. Угу. Положил в свою зеленую компанию. No. Окей. Что, теперь я? Нет, я по кругу. Так, ты там вырос. Что мы там выясняли? Каких акций было не очень много? Синих, по-моему? Там 4 их. Меньше всего красных. Красных меньше всего, да. 3. Ну, ты как-то странно поехала, я так не хочу. Давай, я хочу объявить аукцион за синюю. Окей. Объявляю изначально за 10.
Ну, забирай, видимо. Почему? Мне нет, они еще. 11. Вот, видишь? 12. 13. Бери. Блин, я не успел переключить. Просто. Кстати, пожалуйста. Не достанется ни одна акция, просто. Смей мне, пожалуйста. Вот ты не поймешь, то ли надо вас на деньги звонить, чтобы вы все на акции сливали, то ли все-таки что-нибудь самой купить, непонятно. Кстати, за последние 3 недели это у нас вторая экономическая стратегия нас на стриме. Мы прям начинаем обрастать экономическими стратежками всякими. У нас был Тесла против Эдисона. Держи. Прикольное про строительство электростанции и там производство лампочек. Ты ходишь? Да, я хожу. У меня будет классный ход. Так, кстати, я не то сделала, я же здесь должна была отметить. Да. Я хочу паровозики. Угу. Я хочу паровозики... Раз, два, три. Раз, два, три. Синий... Нет, не желтый, желтой компании. И я хочу построить два... А, я могу построить до трех. Вот вопрос. Сколько там денег? Там 7 денег? Угу. Угу. 7 денег. Ладно. Давай два. Два паровоза. Соответственно, мне нужно потратить оттуда $3. Держите. $3. И пришел сюда... Пришел сюда, и стоимость желтых подросла на 2. Правильно? Да. Ты доехал до Ричмонда. Да. Поэтому уже круче твоя. Как она там называется? Часопик? Или кто там был? Ходи. Хочу построить домик. Ну давай. Домик. Где ты ставишь домик? А, здесь. Кстати, да, я не туда положил деньги. Спасибо, спасибо, очень внимательный кот-котик. Кот-котик? Кот-котик, спасибо 13, тебе. Верни компанию. Да-да-да, я опять положил не туда. Опять ты не туда деньги не даёшь. Ну, не было у тебя потом денег на строительство синей компании. Спасибо тебе огромное. А хотя Аня купила, это же вообще тогда был бы... Куда домик? Сюда. Сюда. Деньги хочу. Хорошо, $2 на красный планшет. Раз, два. А, да, это так работает. Я думала, я получу. Не, ну хочешь, переставь, и ты же можешь сюда поставить, это будет себе, тебе здесь на один вырасти. Да, давайте лучше. Хорошо. Так. Тогда ты построилась в... Кто это? Что это? Как называется? Я отсюда. А мне отсюда не видно. Бингемптон. Бингемптон. Хорошо. Ты подвинул на один ее, да? Да. Красно, отлично. Да. Ну, придется. Копаться снова. Денег у меня мало, но акций нету. Так. 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 Красный какой-то странный кот растет, непонятно куда. Ну, давай красную торгую. Я минусь за красную. Предлагаю 15. У тебя нет денег, ты пас. Просто. А у тебя тоже нет денег. А у тебя есть деньги? У меня есть, у меня совсем нет. Вопрос, хочешь ли ты? Хочешь ли ты? 15. Ну ладно, забирай. Да логично, с тобой хоть деньги на планшете будут, хоть чтобы строить, да. Поэтому это логично. Так, я купила акцию, да, вторую, все, теперь твой ход. Паровозики. Паровозики. Два заплатил оттуда, оттуда, желтенький два заплатил. Два, это что ты сделал, куда построил паровоз? Два паровоза, сюда, сюда, сюда. И вот сюда. Здесь желтый подрос. Плюс один. У тебя осталось на желтом 2 деньги. Это хорошо. Не сказать, что много. Но я справлюсь. Хорошо. Так. То есть получается, когда сейчас вот когда кто-то запустит аукцион, это действие будет недоступно до обновления, да? Да. Прикольно. Причем видишь, у аукциона получается всего 3 раза можно его запускать. Угу. Паровозы строить 1, 2, 3, 4, 5, угу. А дома только 4. Угу. Ограниченное количество действий. То есть нельзя все время торговаться за акции, но при этом ничего не делать другого. Я понимаю, да, понимаю. Они же еще. То есть я могу сейчас, например, запустить аукцион, просто подвинув стрелочку и ничего не сделать. Ну, типа пасануть. Или да. Так. Ну, мы будем... Можешь. Нет, ты же... она же должна будет назначить акцию. Там даже это в примере было, что можно даже просто... Она скажет, что я, да, инициирую аукцион и ничего не делаю. И мы с тобой не можем тоже не ничего можем. Купить. Это на любом шаге или только на последнем? Любом. На любом. Пфф, что-то грязно как-то. Грязная игра. Поэтому так и сделаем, давайте. А зачем тебе это сейчас? Не знаю. Чтобы не было больше акций. Серьезно?
Да, ну, так? Хорошо. Ну, ладно. Так, я строю... Ну, я не знаю, подожди, подожди. У меня своими вопросами только... Это смешно, да? То есть это простая игра, очень старенькая, очень простенькая, но она почему-то такая, в смысле, сейчас мы что делаем? Как ты сказала? Подожди, вот сейчас не вот это? Я все запутался, то есть она так очень смешно, да. Я вижу, ой, все крупно, не знаю, к чему вы это писали. А нет, там просто чат... Джамиль общался с Ириной, наверное, и было, ой, все, ладно. Сколько часов сегодня будет стрим? Ну, часика полтора-два, наверное. Недолго. Недолго, да. Я не планирую долго. Ну, окей, ну, нормально, Аньке учиться еще. Давайте я потрачу 7 денег. То есть, хочешь паровозики? Да. Угу. Так, сколько ты потратил? Ты паровозики сдвинул, да? Да. Сколько денег потратил? 7. И ты доехал как минимум до одного города, это плюс один, и еще вот здесь плюс... Один. Нет, один, и здесь один. Да, еще два, значит, у красного. Раз, два. Красный. Жир. Угу. Ты так. Паровозики сдвинул? Сдвинул. Я буду тоже строить паровозы. Питтсбург у нас где? А, ну да, нормально. Давай красный, поехали. Значит, здесь... Что началось-то, блин? Минус два сначала. Это кооп, ты не знал? Баня, идите. Минус 3, ну и дальше... А у нас хватит столько денег или нет? Да, там много. Посмотрите, сколько тут. Там 8 денег. А надо... Там 10, по-моему, нет? 7, 9 надо. А здесь полно. Там тоже, знаешь, там 13 денег. Я же 15 не просто так туда засунула. Ну, наверное. Дай, пожалуйста, монетку сдачи, и вот сюда мы тоже построимся. Мы построимся. Так, и мы получаем 1, 2, и в Питтсбурге еще 4. То есть 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что началось? Ничего не было. Тебе все показалось? Да, я думала... Ну ладно. Что ты думала? Я что-то забыла, что мы за это тоже получаем. Потому что доехали до Питтсбурга. Так, это был... И если Питтсбург прокачать, это еще плюс 2 сразу. А мы можем прокачать, потому что, видишь, этот трек как раз свободен сейчас. А, подожди, кстати, нифига он не свободен. Выплата у нас дивидендов началась. Уже акции же. А, я же не сделала. Нет, это... А, все. Это вот сейчас у меня есть вариант. Ты сейчас можешь запустить выплату. Закончить всю эту хрень. А я, наверное, так и сделаю, потому что я сейчас заработаю здесь очень неплохо. Я тут подниму 16. Потому что ни у кого... Я получу 19, а вы разделите по 8. Так что мне выгодно. Я запускаю аукцион. Будешь реально... Нет, торговаться я не буду. А ты уверен? Потому что у тебя, на самом деле, по большому счету, это понятно, но кто-то вложит деньги в эту компанию. Возможно, тебе это нужно. И разделит со мной прибыль. Класс. Нет, спасибо. Ну, разделит с тобой прибыль, но при этом, извини, пожалуйста, а ты желтую как собираешься развивать на две монетки? Я заработаю денег, а потом буду развивать желтую. А, ну да. Посмотрим. Я заработаю денег. Давай не будь, что ты... Хорошо, ты ничего не делаешь. Ты не... Я тут играл с одной женщиной, которая меня аукционы учила, а потом проиграла, понятно? Я тебя не учу. Давай. Так, начинается выплата дивидендов вот этого всего барахла. Итак. Начиная, ну, предположим, красный. 17 пополам. Вы делите по 9, получаете, да? Да. Ты же говоришь, что больше, в большую сторону. Давай нам 9 денег. Вы зарабатываете по 9... Дайте мне по... Ань, дай мне доллар сдачи. А тебе я дам мелочи. Ну, давай мелочи. Держи. Дальше. Затем. Я единоличный владелец акций желтой и зеленой компании. Поэтому ты не по одной. Блин, они называются New York Central and Chesapeake. Короче, у тебя 16. 8 плюс 8. 16. 16 денег, учитесь. 16. И еще мы с тобой разделили по 3. По 3. Синие. Владение синей акцией. Угу. Держи 3 тебе, 3 мне. Господи, не зря 5 лет учился на экономиста. Не зря. Смысл гексагонального поля в том, что у тебя больше ячеек соседних, да. И у тебя не прямой путь только сюда, а из одной точки ты фактически можешь пойти гораздо больше количества сторон, если бы это, например, был квадрат. Пусть все так. То есть просто у тебя банально больше путей развития. Так, Ань, видимо, ей переходит ход. Это все я обнулил, правильно? Или вот это не надо было обновлять? Люди-бюже. Слушай, совет Оксаны, точно знаешь, что... Скажи мне, сбрасываются все или только те, которые перегрелись? Сейчас проверю. Мне кажется, что все, но я проверю. Так, вот мне интересно, а почему он сработал на... А ты не сделал? Я просила тебя новую музычку с новой штукой. У меня такая классная идея была. Не говори. Не говори мне, это секрет будет. А вдруг в следующий раз уже не будет этого? По какой-то причине алерты лагают с последнего стрима. Я не понимаю, почему. Вот почему сейчас Люди Бюджет был на...
Сотки. На сотки. Вот объясните мне. Я не понимаю. Ты продолжай. Чтобы я знала, все обнуляются. Все обнуляются. Все хорошо. Обнуляются. А еще то, что... А, ты сделал, да, все понятно. Да, все обнуляются. И двигается Детройт сразу, как счетчик. Угу. Ну и, собственно, все. Угу. А, я, по-моему, не сказала, конец игры какой возможен. И конец игры... Сказала вот это, конец да, игры. Да, и еще есть еще несколько вариантов. Если так. На трех планшетах не будет паровозов, или на трех планшетах не будет акций. Mm-hmm. Это тоже конец игры. Тогда мы доигрываем до момента выплаты дивидендов, mm-hmm. и на этом игра заканчивается. Mm-hmm. Принято. Но не сразу в тот момент, как купили третью акцию, и все. А вот именно если третью акцию купили, потом вот дошли до выплаты дивидендов. Ага, все понятно. Так. Давайте, наверное... Да, ну. А почему ты не сделал такой красивый, такой классный? Да я просто, я сделаю, обязательно сделаю. А можно я расскажу все? Нет. Пусть, да, боже мой. Пусть сердит. Не понимаю, почему она... А в следующий раз это будет вдруг не нужно уже? Что? Почему это? Ну, потому что это сейчас в тему, а будет не в тему. Нет, нет, нет. Ну, ладно. Я хочу вложиться. Во что? А, акции. Окей. В зеленую компанию. Зеленая. Она да? стоит минимум 4. То есть, потому что здесь 8 пополам, это вторая зеленая. То есть, она стоит минимум 4, но ты можешь объявить и больше. То есть, ты просто объявляешь изначально сколько? За 5! За 5! Так. Давай, 6. Все, ты, ты у тебя 6. У тебя 6. Угу. 7? 10. 10. Пас. 10. Так, у тебя там столько денег. 10. Зеленые пойдут поверху. Потенциально. Потенциально 10. Угу. Паровозик Томас. Кто такой паровозик Томас? Это такой синий с такими глазами рожи вот на... Да, нет, я видела. Это мультик был, да? Да. 10. Блин, ты пасанула, да? 10 много. А да, что ты пасанула-то? Потому что, видишь, мне подсказки пишут. 10 много. Почему ты пасанула? Правильно, 10 много. Ну, не знаю я. Там, там зеленому дышло еще перекрывает зачем-то. Ты можешь расти через те же города. Ну, через города. Но там через города, да. А в лесу нельзя. Я сейчас проверю. В том и прикол. 10-10, это нормально. Я сейчас проверю, через какие можно рядом стоять, а какие нет. Вдруг я вам что-нибудь неправильно сказала. Ладно. Не, я все равно сказала. В горах в лесах пас. Может только это один стоять. Да 10? Да. Хорошо. Зеленая твоя. Прикольно, это получается, что зеленый, по большому счету, проехать может только если через сейчас вот здесь выехать. Ну, вот тут. Нет, он может. Или он через верх стать, он поехать. Он может стать вот здесь, и вот так поехать, например. Да. Ну, то есть, чтобы или наоборот, он может собрать все города. Ему, скорее всего, не хватит тогда доехать до Чикаго, например, но он может поехать по верху и собрать вот там, вот, например, на развитие у тебя плюс 2, плюс 1, плюс 2, то есть там вполне себе неплохие главное значения. Не остановиться в развитии. Раз, два, раз, два. Да, итак. Я что-то да, делаю, да? Да, ходит. Можно еще паровозиков понастроить, а можно, например, здесь сделать. Не, надо паровозиков понастроить. Деньги открытая информация. Свой человек только что подписался на канал. Спасибо за подписку. Свой человек. Паровозики. Паровоз нас мчится, скоро все случится. Ой, это уже какой-то ужас сейчас в голове возник. Сейчас простите меня. Давай за красную поторгуемся. Воу-воу-воу, что началось-то? Она должна стоить минимум 17 разделить на 3. В какую сторону округляется? Меньше или в большую? В большую. Давай я сразу 10 скажу и все. Хотя... Да, 10 скажу. Ты говоришь. А как вы... А в какой доле вы в долях будете делить? Да, мы будем делить... На 3 и ты... Будет делиться на 3 и... Ну, округляться... До большего. Две части будет. И потом две части моя, две части. И одна, да. Ну, в смысле, если я так куплю, в смысле, в этом, в этом конечно. Смысл. А продавать можно акции свои? Нет. А давай 11. Ну, давай. Давайте 12. 15. Пас. Пас. Окей. Так, разменяй мне, пожалуйста, 25. У меня будет две красные. Ты меня спрашивал, за какой цвет я играю? Видишь, за красный. Больше ни за какой не играю. Так, и за деньги. Это на планшет. Раз, два, три, 15 сюда. Это тебе. 10 осталось. Мало денег. Окей. Okay. Два раза торговались за акцию, значит, уже должно быть здесь правильно.
Давай еще третий раз, и все, и больше акции не торгую. Ну давай, желтый. Да так я ж пошутила. Нет, желтый. Переключать будешь? А, желтый. Оторгуемся. Да, конечно. Чтобы все видели, как мы нервно. 8? Что, просто. Ну просто 8, что? Ну, тебе, кстати, можно не 8, а можно 4. Почему 4? А, это 2. Это вторая акция, которую ты торгуешь. Можно за 4. 4, конечно. Просто 4. Просто 4. 5. А я пас? 6. 7. 8. 9. 10. 10 же много. Да, да. 11. 12. 13. 14. Бросай это дело. Он тебя на деньги разводит. За 14. Ну, ему, с другой стороны, нужны деньги на этот планшет. Либо твои, либо его. Чё ты подсказываешь мне? Потому что... Пусть она занимается. Поэтому забирай за 14. Хорошо. А ты говоришь, денег нет на планшете. Ладно, ладно, положил денег на планшет, молодец. 14 положил на планшет. Окей. Аня, ходи. Теперь у тебя там 16 денег. А на красном денег больше-то и не будет. А, нет, можно добавить как раз по двойке, докинуть. Если вот здесь вот строить домики, то можно будет по двойке докинуть. Кстати, нифига отсюда. Незаметно, где там... Ну ладно. Да. Оксана, не выиграй за главный счет. Как я тебя учила. Я же говорю, меня учили уже. Спасибо, Ирина Вячеславовна, я буду стараться. Сделаю все возможное, чтобы не подвести, так сказать, вашего гения. Хочу строить паровозы. Паровозы. Давай. Строй. Синие. Если деньги вот останутся на планшете компании, они там и останутся. Давай, они не принадлежат сколько тебе. Сколько нам заплатить? 5? Там 5 или 4? 5. По большому счету, в этой игре так же, как и в фибах, действия игры подчинены общей логике событий. То есть мы не просто выставляем фишки, мы фактически инвестируем в компанию, отдаем деньги управляющим этой компании, а они как-то распоряжаются ими по собственному выбору, строят железные дороги в разные части света, ну, в смысле, в сторону, в одну или в другую, в третью сторону, распоряжаются этими деньгами. То есть, опять же, здесь логика вся есть, и в момент выплаты дивидендов. Ну, ты получаешь столько, сколько эта компания стоит. То есть в этом смысле, опять же, все разумно, все логично. Твой так, паровозики. Ну как, если я много говорю, то это значит мой ход. Так. Тем временем твой ход. Уиллинг, это где? А, это хороший уиллинг. Это значит, надо поехать оттуда. Раз. Два. Так, что-то он куда-то покривился. Да, то есть 7 денег надо заплатить. И 3. Да? Два, и еще 3, 7 денег. 5, 6, 7. 7 денег и за уиллинг плюс 3 на план. То есть раз. Так, было 8. Раз, два, три. Вот здесь было 17, потому что мы когда продавали. Домики. Нет, паровозы 2 раза уже встроили. Почему? А, ну да. Аня и я. Да, я тоже паровозы. И ты паровозы. Я тоже паровозы. Хочу потратить с планшета желтого 6. Так, на тебе сколько паровозов? 3 паровоза. 6, 5, 6, 2, 3. И поднял здесь на 2. Почему на 2? Ну, потому что здесь и здесь. А, да, точно. Все это я не на то посмотрела. Аня, что ты будешь делать? Я строю синие паровозы. Акция не только денег? Быстрее достигнет потолка, мы можем вливать в нее деньги на планшет, когда строим домики вот здесь, то есть как раз в лесу, если вот в лесу ты построил дом, сколько, дом сколько? В лесу, то это плюс 2 бакса. 10. Но в целом, да, если очень задешево купить акции красной компании, то через некоторое время тебе просто будет банально не на что строить. И насколько стоимость выросла? На 2. А денег сколько потратила? Уже 10, потратила? 10 потратила, да. Так, а я, допустим, если еще буду строить, я смогу только продолжить, я не смогу. Ты можешь вот здесь построить синий, если хочешь. Ну вот так, например, вести могу. Да, можно разветвление делать, какое хочешь. Они должны быть от какой-то уже имеющейся, но, в принципе, в разные стороны ты строить можешь. Просто имей в виду, что, опять же, почему мы стремимся в Чикаго? Потому что там сразу плюс 7 к... Почему это Чикаго-экспресс? Потому что мы все стараемся доехать до Чикаго. Там сразу плюс 7 к стоимости компании. И
выплатить дивидендов, да, и еще раз внеочередная. Но паровозов не хватит, если сильно разветвляться. То есть можно посчитать, но на планшете паровозов ограниченное количество. И я вот даже не уверена, что красный, например, сейчас дотянет. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, вот. Как ему 7. Надо было вот так, скорее всего, ехать. 7, а если 7, вот он 7. Вот так вот, все, он уже никак не доезжает до Чикаго, он просто не дотянет. Он сейчас может как раз вот по разным городам постараться проход. Походить, да, и надо строить паровозы. Мне почему? Не нравится. Мне интересно, вот так поставила, а не вот так. Да кто же тебя знает, на одну деньгу больше потратил зачем-то. Вернее, одну деньгу. Если... А, так, там у нас другой город. А что, мы не вставили эти еще что ли, домики? Нет, домики еще не ставили. Ну нет, один домик там стоит. Раз, два, три... Там два... Мне нравится... Буффало мне нравится. Но до него добраться попробую еще. Тут 4... Так, 3, 2, 1 — это 6, а здесь, если поедем 4, 2, 1 — это еще хуже. Ладно, давай 3, 2, 1. Так, если здесь 1, 2, 3... Да, еще вот прикольно то, что я, с одной стороны, могу протянуть в одну сторону, в какую мне как же кажется. Например, Ане покажется, что надо ехать в другую сторону. То есть ты паровоз, да, ставишь? Я поехала 3, 2... Нет, мне так не нравится, давай подумать еще раз. Давай подумать... Нет, я буду ставить паровозики, ты точно можешь отметить. Я просто думаю, до какого города я хочу доехать. Например, если я поеду раз, два, три, раз, два, три. А, тут хватает. Аня, сколько? Тогда это? Раз. Сколько на желтом планшете денег? Два. Три. Здесь была стоимость 2, 1, 1, 4. 4 недели. Здесь, да. 10. А, да, единичку сдачи. Держи. И там что-то на 3 поднялся. На. Почему на 3? Почему на 3? 2. Где еще? А, единичку. Все правильно. Раз, два, три. Угу. Так, что, выдача денег? Да, потому что до паровозиков доехали. Значит, здесь по 6, ты получила 12, а не 6. Почему 12? Почему 6? Почему? Ну, 23 на 3, сколько это? Ну, 6 я округлю, или как это работает? Это же по 7. Ты 7, 4, 6, 4, 3. А, господи, я на 4, да. Я, конечно, 7. Плохо считаю, но друзья, не настолько. А как это получается? Это 7 с копейками, которые округляются в верхнюю сторону. До 8. Сторону. А, 8. Ну, то есть, все, ты получила 16, а Аня получила 8. Да. Все. То есть, надо тебе додать... Мне еще 2. Еще 2, простите, я не так что. Вот, затем желтый я единал. Единал? 10. Да, ты мало, получаешь 10. Не успел дотянуть, ладно. Синие 9 пополам, это по 5-5. Угу. И зеленые это 8 только Тимуру. Нет, 8 пополам, у вас 4. 8 пополам. Ань, дай мне доллар. Чё-то денег маловато. Надо купить что-нибудь ненужное, я считаю. Ну, не знаю. Ты сейчас ходишь. Я сейчас хожу, да. Я сейчас хожу. Маловато будет. Маловато будет. 1-1-2. Неплохо. Я сейчас хожу, и я потрачу 7 желтого планшета. И поставлю 2 паровоза. Дайте мне, пожалуйста. Убили зеленую компанию. Почему убили зеленую компанию? А что у нас с зеленой компанией? А, потому что мы ее заперли там, неизвестно где. А до Чикаго мы вообще, по ходу дела, не дотянем. Мы так странно стремимся в никуда, что... Угу. Что даже не знаю. Ты что делал? Домики построил. Нет, ой, не домики, нет, домики, паровозики. Аня? Хочу торговать. Давай. Хочу синюю за... За 3. 5. Синяя за 3. Уже за 5. Ну, я понял, если я это вслух я рассуждаю. 5. То есть, подожди, в смысле, ты сказал 3, а ты сказала 5? 5, значит, да. Я должен 6 говорить. Ну, или, наверное. Да. Как можешь сказать пас. Как минимум хочу. Пас, можешь сказать. Пас. Пас. Давай 6. Красные паровозики играют в змейку. Но в Nokia, да? Там 8. Съедает тебя. Чё, 8, 9? Я пас. Пас. 10. Да ты что? 10 ради чего? Ради того, что она поедет куда-нибудь дальше. А там много еще акций. Ну нет, ладно, немного. 1, 2, 1, 10, 11. 12.
Какие еще бывают? Мне не нравятся эти такие страшные цифры. У меня столько денег нет. Ну ладно, есть. 13. 14. 15. 16. Все, я пас. Нет, я не хочу. Что Аня задумала такое? Не знаю, что она задумала. Что-то третий раунд одного мипла подвиньте, пожалуйста. Третий раунд одного мипла подвиньте, пожалуйста. Да, правильно. Самый внимательный зритель. Самый внимательный. Тебе деньги сказать положить куда нужно. Сейчас да. Детройт выплата была на 3. Мы до Детройта еще никто не доехал. Что мы из него делали? Не знаю. Мы, кстати, тут в этом смысле не очень внимательны. Это правда. Так. Давай. Теперь ты. То есть красивая картинка выглядит такая прям проводит. Ну да. Ну, в смысле, мне тут не так видно, потому что когда мы, если бы они стояли, было бы симпатично. А вот на камере у тебя красиво получается. Зеленых, правда, нет вообще никто. На них забыли. Они потерялись в лесах. Их больше не будет. Ходи давай. Паровоз, который потерялся. А, это я же говорю, боже мой! Да, ты ходишь. Кто ходит-то, конечно. Ты ходишь, ходишь. Да, кто же еще там? А, красные хотели пойти паровозами, потому что у них был план. Ну, туда поехать. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. А может, туда поехать? Там 1 плюс 1, а тут, конечно, сюда поехать. Еще чего. 1, 1 и еще 2. Всего 4 монетки. Так, слишком красиво раскладывают. Тут есть 4. Пятерку. Угу. И повышается стоимость на плюс 2. 3. Нет, плюс 3, плюс 3. 3. Раз, два, три. Угу. А теперь можно еще домиками и усилить красную, потому что больше нечем. Давайте. Так, сколько осталось на желтом планшете, скажи мне? Денег? Полно. А, денег тебе, не акций. 3. Денег мало. 3 монетки. А сколько? Акций? Сколько? Полно. Акций еще осталось здесь 4. Угу. Хорошо. Хорошо. А у них, у них еще и количество вагонов отличается. Тут написано вот 25. Угу. Здесь 19. Да. Тут 23. Угу. А у синего? А у синего 21. Угу. Количество вагонов отличается, количество акций отличается. Ладно. А у этого вообще всего 11. Но он зато рядом с... Давай дом. Дом поставил здесь. Дом построил. Подожди, сколько ты там сказал денег еще раз? 3. Или 4. 3 деньги. Блин, неужели ни через один из таких не прошел? Твою же налево. Лох. Ладно, поставил. Вырос. На 2? Да. Угу. Так, я. Да, ты дом подвинул, да? Да, подвинул. У меня синие едут. То есть паровозы, ты паровозов двинуть. Это... Говорит, действие поезда подвиньте, а подвинут же поезд. У нас первый ход был... Нет, Оксана ставила первый, кто ходил вагоны в этом раунде? После дивидендов. Я ходил. Я положил желтые вагоны, потом Аня сходила, потом ты сходила вторые вагоны, и я сходил станции, все так. И сейчас Аня снова ставит вагоны. Нет, Аня не знает, что с чем. Я сказала, вагоны. Я ставлю вагоны. Синие. Синие 8 надо заплатить. Вот это. Угу. И 3 вагончика мне дать. 8 заплатить. На, так куда-нибудь. Так, в город, это значит, что ты платишь... Сколько там стоит? Ты много потратишь. Ты только 8 потратишь в городе. 8, 10. И тут еще, если будут, то еще... Еще 4. 14. А там сколько денег? Ты заплатил... Он отдал 8. Я 8 отдал, тут еще 12. То есть 20 всего. Ты хочешь отдать 14, мы посчитали. Да. То есть надо 6 еще? 6 еще, да, отдать, да, надо? Не знаю. Угу. И ты получаешь за Питтсбург 4, синяя компания. Угу. 2, 3, 4. И еще в какой город ты приехала, там что? И тут плюс 1 просто. Плюс 1. Плюс 1. Угу. Вот, подняла синюю компанию. Так. А зеленая? Зеленая? Никому не интересно. Как-то так получилось, что до зеленой руки не дошли. Так, сам твой ход. А еще раз, если построить... А, то мы подвинем домики. Да. И что, сразу возрастет вот конечно эта штука? Конечно. Угу. И в каком городе тебя нету?
ты... А, Уиллинг нету, но Уиллинг поднимается только на единичку, а Питтсбург сразу на два, то есть я подниму и ту компанию на два, если я построю домик. А если я вот здесь построю домик? Вот, хороший домик, мне нравится. Домик? Угу. Вот тут. И там сразу плюс два красному. Раз, два. Угу. У нас какой-то не Чикаго экспресс, а какой-то лесной экспресс. В лесах шаримся и никуда доехать не можем. Нормас, чё. Ну, там чуть-чуть как-то так, туда-сюда. Так, ещё дом. Так, это что у тебя тут? Плюс просто 2, плюс... Да. А, плюс два, неплохо. Подвигаем. Аня. Угу. Аня. Аня. Сколько там осталось денег у синего? 6. Зато 25 у зеленого. И мы, видите, смотрите, такая невидимая линия, за которую они не могут зайти. Им что-то мешает. Их путь... Дальше не продолжается. Если ты сейчас ее прервешь, это будет просто нечто. Давай вот так сможешь это сделать. Раз, два, три. Боже мой, она сделала это. Как? Как это получилось? Прорвала магическую стену. Два, да. И три паровозика. А синий может доехать до Чикаго? Или еще нет? Может, может. Может, у него хватает паровозов, да? Да. Так. Мне нравится торговаться за синюю акцию. Сколько у тебя денег? Не знаю, но я сначала скажу 14. В смысле, не знаешь, это открытая информация. 14? Нет, нет, не 14. Сколько денег? Да подожди, начну с 10. Денег у тебя-то сколько? Да не знаю. Кто тебе сказал, что это открытая информация? Не знаю. Хорошо. Не было ничего. 10 сказала. 11. 12. 13? 15. Ты переключил нас? Нет, не переключил. Тут же такое насыщенное прям. 15. 16. 17. 20. 20. Это все мои деньги. Паника, паника. Ну, серьезно, типа, я пасую, потому что мне нечего поставить. Ну, у меня есть кое-что. Но мне не нравится 20, я считаю, что оно того не стоит. Поэтому пас. Платите. Продано! Нам молоток предлагали, но я кулаком пока. Отлично. Лучшее вложение в моей жизни. Ну, давай. Так. Теперь ты можешь что-то сделать еще. Давай торгуйся за акции еще со своими 11 деньгами. Кстати, я не знаю открытой информации, в смысле, надо ли прям их раскладывать, или они просто лежат? Ну, обычно, типа, так. Честно, не знаю. А как вступать в аукционы? Ну, в аукцион ты не всегда вступаешь, знаешь, сколько у кого денег. Не думаю, что это где-то прописано здесь, потому что я смотрела, но не видела. Просто я вот что пытаюсь понять, открывать ли доступ к черной компании или не открывать? Это такой момент. Мы в любой момент, в принципе, это можем сделать. Поэтому я хочу паровозы. Я хочу паровозы. Три паровоза. Раз, два, три. Пройдем мимо. Ты же моя умничка. Раз, два... А, нет, пятак отдам. Там надо сколько? 4 заплатить. Доллар сдачи. И здесь мы... Раз, два, три. Угу. И синий на один. Да. Ну, наверное, надо расти, я считаю. Чего как надо? Ты считаешь? А ты подвинул? А, паровозы да. Подвинул, да? Да. Я думаю, что надо добивать. Чикаго Экспресс, в конце концов. Да Чикаго хоть кто-нибудь доездит. Конечно, сейчас Аня это сделает, да, Аня? Аня? Ну что, заработаем с тобой в конце ход, в конце раунда дофига денег, ну что ты? Хочу дом построить. Окей. Вот здесь. А не ставится. Не ставится. Он... Это... А, понятно. Это Питтсбург, это... по-моему, или Уиллинг. Кто это? Да, Питтсбург. Плюс 2. То есть на 6. Раз, два. Почему, в смысле, на 6? Было 4, стало 6. Раз, два. На 2 у тебя увеличилось. 4 мы посчитали в тот момент, когда паровозы уже там были. Да. Паровоз туда приходит, да, и он сразу получается столько, сколько есть. Вот другой придет сюда, и он сразу 6 получит. Understand. Если придет. Сан, у тебя остались варианты только запустить аукцион или построить
Паровозы. Да. Да. Но паровозы я строить не могу, потому что здесь целый один. Какой мне смысл? Дом тоже никак не увеличишь, поэтому... А, ну я... Нет, не могу. Ну, тогда, да, акции, наверное, торговаться как-то. Желтые бесполезные. Там много, конечно. Пока вы играете, там появился новый анонс от Awakened Realms Lords of Ragnarok. Походу в той же вселенной, что и Владыки Лады, но только в скандинавской мифологии. Я говорю, куснилась. Конечно. У нас же есть недовилир, поэтому теперь все скандинавские должны быть наши. У нас есть Ворон и Озин, недовилир. Поэтому Эврикус захочет... Вообще мне нравится скандинавская вся эта тема. То есть, если бы здесь была Scandinavian Railroad, скорее всего, ты бы скупила все акции. Конечно. Ну чего? Я вообще люблю всех этих троллей, орков, гномов. Ой, мне папа звонит. Вот это вся ерунду. Все видят, вся страна видит. Ну что, Оксан, твой ход. Что, звонит? Реально паровозик? Не знаю, паровозик. Не, ну давай торговать по всей акции. Сюда. Я могу дома строить. Действие домов уже закрыто, поэтому я бы с удовольствием, но не могу. А мы, кстати, когда выплаты были, еще не было четвертой выплаты. Не было. Давай я куплю, ну попробую купить, прямо скажем, не факт, что я куплю. Зеленых 2, желтых 2, да? Зеленые, я думаю, что надо вкладываться. Они просто еще не показали. Желтые за 5. А, нет, я не могу за 5, надо же на 3 делить. Ну, давай за 7. Так, чуть-чуть. Вот, желтую так. Включай нас обратно. Ладно. На камеру. За 7? За 7. За 8. За 9. За 10. 11. Это последние твои деньги. Есть ты на что будешь, все в паровозы отдаёт. 12. Никаких сосисок не купишь тогда. Да что вы делаете-то? Это дорого, мне кажется. Игра в шоколаде. Игра в шоколаде. Есть, знаешь, есть это грильяж в шоколаде, а у тебя игра в шоколаде. Халва в шоколаде, грильяж в шоколаде, игра в шоколаде. Подожди, ты сказала 12. Подожди. 12. Стоит ли это? У меня просто, когда вот я с Пашей играю, он прям высчитывает, насколько это логично, сколько это принесет, и как бы у него есть какой-то внутренний лимит, порог, когда он считает, что типа пора останавливаться. Я так не умею. Я такая... Я тоже, поэтому мы тут все такие, давай. Такие, гуляй на все. 12. Мне тоже желтенькую хочется. Ксана, супер. Отличная штука, мне нравится такая. Давай ее все время. Она только на 5? На пятерке, да. Класс! Костян, ну ты вообще, блин, монстр. Да, вообще, огненная аватарка, ну в смысле, блин, клевая. Да, спасибо тебе. Им спасибо. Подаешь. Я тебя запутала, сколько брать? 12, 5. Тебе закинули 5 тысяч на акцию. 15, ладно, так и быть. 15! Давай, я уже сюда положила, она красиво лежит, не смей, не смей перебивать. Но она же того не стоит, смотри. 16. Да как ты так? Почему? Блин, мне нравятся наши акционные вечера, они так всегда так проходят так эротично. 16. Да. Мне кажется, это уже ужасно дорого, это смысла уже нету. Я тоже так думаю, но... Но мне при этом будет нечего развивать, если я не буду покупать акции. В этом прикол. Ты сидишь с одной компанией и будешь только за нее получать две доли из трех. Да, но с другой стороны, 16 отдашь, ты столько даже не получишь. То есть ты вливаешь уже больше, чем получишь дивидендов. Но нам еще собирать деньги трижды. Понимаешь? Ладно, переключаемся. Сложно это все. Переключаемся. Это что у нас было? Это был 16 денег отдала, желтый. Да. Аукционе. Огонь. Вижу, что а все, сбросилось, и ты получаешь деньги. Как раз сейчас. А вот это сразу двигается? Нет, это надо двигаться в конце. В конце Да какая разница, никто Детройт сейчас не получает. Да, это в конце поезд двигается. Ну ладно, я подумал, сейчас-то ничего не происходит или что? Нет, сейчас ничего, потому что до Детройта никто не доехал. Давай, я начинаю с красной. Красная 30, разделить на 3. Ты получаешь 20? Да, 10 и 20. Вот смотри, ты всего получил 20. Давай посмотрим, сколько мы сами сейчас заработаем, конечно, за все остальное. Конечно. Теперь у нас желтые. Здесь по 6. По 6, и у вас 6. Сейчас 3. Да? Ну, ну 3, 17. Я да. и говорю, 6. Угу. Мне 12. Угу. Аньке 6. Дальше. Синие. Синие мы делим с ней пополам.
Это... У нас только две, что ли? Это, видимо, по 9. А, вы... Нет, вы сначала делите на 4, 17. Это как это будет? А какая? Ну, пополам у нас... Там, может быть, округление будет больше. На 4 округляем, да. И потом умножаем. А, то есть не по 9, получается, а по 10, получается, мы получаем. Да, наверное. Так... Но 17 на 4, это получает... Ну, 20 получается... ближайшие, да. По 5, 6, по 5, 7, каждая акция. 14, нет, чего 4, 4, 16, а тут 17. Соответственно, по 5 тогда надо брать, если округлять в большую сторону стоимость одной акции. Все. 17 разделить на 4, 4 это 5 в копейку. 5, ну, да, да, вот, да, да. Значит, по, у вас 10. По 10. А 10. Вот. И вот это. И зеленая пластика по 4. Я сдам. Да. Я 11, сдам, сдам по доллару. Ты мои деньги перепутал. Да, да, вот так. Да? Вот ты уже так. Все перепутал. Давай заново считать. За красный ты отдал. Я смешал деньги. Ну, семейный бюджет, типа все в одну кучу такое, не важно. Короче, давай еще раз. 10,6. Она заработала за две вот этих компании. Да, доллар отдал. Я получил 10,12. Мы отдали по доллару, получили по 5. Пятерки. Аня заработала 20. И еще плюс там была десятка предыдущая. Ты за красный отдельно ей отдал. То есть она заработала 30. Я заработал 26. 26. Предыдущим ходом Аня потратила 16, а ты потратила еще сколько-то там, то есть дофига. А мои деньги все еще остались при мне. Крутая. То есть как бы у вас там оставалось по 4 или 8, сколько у тебя было, не помнишь? Сколько? Мне было, оставалось, а у меня все 11, те же 10, 20, 35 денег все еще есть. Крутая. Вот тут вопрос, когда в нужный момент нужно остановиться, когда ты торгуешься. Как бы сложно. Это вообще невозможно. Сейчас посмотрим. Но как бы нужно в какой-то момент действительно мысленно так... Стоп, это уже мне становится невыгодно. А кто начинает? С другой стороны, синий, например, получит еще. А это был твой ход был сейчас, когда скинулся. Ну, в смысле... Нет, в смысле... Она сделала что? Ты запустила акции. Ты запустила акции. Значит, мой ход. Я думаю, надо до Детройта дойти. Ты запустил акцию. Я запустил акцию, да. Это был... да. Я тебе предлагал в тот раунд это сделать, но ты не стал этого делать. Так я думаю, сейчас сделай проблем-то. Вот сейчас сделай. Отдай 4 монеты и ты получи до Детройта, плюс 7. А я пойду в Чикаго. Сколько там? Где? Тут много, я же туда до хера положила. Сколько там? О, дофига. Ты положила 16, плюс еще там было 3, по-моему. 20. А, там даже больше, да, там сейчас 20. Угу. Зая, мы команда. Да. Так, я хочу... Это кооп. Я хочу оттуда потратить 8. Конечно, блин, Аня вкладывает, Тимур тратит. Пожалуйста. Конечно. Всю жизнь тогда. Я хочу оттуда потратить 8. Ужасно. Чтобы поставить 2 правочка. 2? Почему 2, а не 3? А, кстати, а давай 11. Это только 10. Ты сейчас 2 дала еще. Да, еще 1. Нету. 2 отдай сдачи. Да. Сломали меня. Да. Потому что я хочу поставить вот сюда. Так, и, это... И вот сюда. И willing. Willing. И вот сюда. Willing это сколько у нас сюда, стоит? Да. Почему? Нет, не обязательно. Сейчас. 3 willing стоит. 3. Это желтый 3. Это вот сюда. Угу. И у меня есть, допустим, опция поставить, например, вот сюда за 3. Угу. Чтобы еще выросло. На сколько? Либо поставить вот сюда, угу. Чтобы дойти до ашлады тоже на 1. Давай на 1 еще. Угу. Еще. Вот так. Горы. Так мне нравится. Это паровозики. Аня. Угу. Ну, до Чикаго ты поедешь уже или нет? Я до Детройта, наверное, поеду. О, они никогда не доедут до Чикаго. Да что вы за люди-то? Ну, хоть кто-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну, до Чикаго. Это же Чикаго-экспресс. В этой игре можно угрожать? Наверное. Давай посмотрим. Потратим 3 и доедем до Детройта. До Детройта. Хорошо. Раз, два, три. И сразу получаете плюс 4. Раз, два, три, 4. Потому что Детройт стоит нынче 4. Давай вот так пусть будет. Да, логично. В чем разница, потому что там поближе. Ну, следующим ходом можно и до Чикаго подключить, и этот, и этот. Да, согласна. Надо что-то сделать. Так, на 3 подвинули? Уже подвинула, да, на 3. Мне можно построить только дома, чтобы мою красную прокачать. Но я не вижу, там есть... Да, конечно, сюда надо. Обязательно. Сюда можно. Да-да-да-да-да. Нет. Вот здесь и сразу на 8. Вообще не интересует. Вообще меня это не интересует. Вот здесь плюс 1 к дому, здесь плюс 1.
А где-то было плюс 2. В горах было плюс 2, вот здесь, например. Так, так, Питтсбург у нас. Давай плюс 2. А где Детройт, ребятки? Детройт? Да вон он, мы дошли, а, мы же дошли. Да. Так, я в горах дом построила. У меня горный домик. 2. Раз, 2. Угу. Тимур. Окей. Это первый домик в этом раунде? То есть первый если... домик, а вы строили паровозы. Видишь, всё, у нас да, новый раунд. Да, раз, да, два, да, три. Да. Три хода. Если я построю дом в Детройте, я вот эту штуку подвину. Да. Да. И мы увеличим на 5 или на 4? На 1. На единичку. А, на единичку всего. А, стой, да. Я забываю, что разница. Блин, в этом смысла нет. А, ну приближает только конец игры. Так пофорсить конец игры разве что. Давай получим выплаты. Мне нравится, никто так не едет, чувак. Нет, потом доедем. Мы давай, просто... потом. Просто три паровоза. Вдруг да. Что-то произойдет. Ксана завладеет. Я не могу синими завладеть. Синих нету больше. Ну ладно, тогда и даже... keep calm. Как я завладею синими-то? 5 оттуда, пожалуйста. Желтых 5. Что ты строишь опять? 3 паровоза или 2? 2. Почему 2-то? Почему так мало? Что за... Потому что никто не разводится у него на этот. Здесь ты получил 3. Плюс 3. Раз, 2, 3. Угу. Аня? Что ну ладно, давайте. А денег-то хватит там? Да, конечно, там хватает. Ну тут ладно. Все, надо а 4. У нас сегодня Джамиль нам рассказывает, пока вы играете, в мире происходит вот 6. Это. А пока вы играете, в мире происходит вот это, а вы все еще играете. 6, да? 6, 3, 3 этих. Да. Доехали? Неужели? Раз. 2. А 3 куда? А, 3. Итого на 8. Гениально. То есть на 8 двинулась 29. 29 двинулась компания. И это ее все. Это ее все. Так. И доехали до Чикаго выплаты? Прям. У Чикаго. О, в смысле, у синий. Выплаты. Сразу выплаты. То есть 29 вы делите на 4. Ну, как сложно считать. Ну, видимо, 30 на 4 видимо, это... А, 30 на 4 это 7. Это 8. 8, да. То есть по 16. Да. Отбила акции. Да. Видишь, было все разумно. А хотя нет, ты 16 в желтую уже влила, а не в синюю. Ну, но тоже неплохо. Все равно. 16. А двигается это или нет? Нет, да. Это Чикаго выплаты. Это не выплаты дивидендов как бы всех компаний. Это именно этот. Вот, дай вот мне этот, 25. Этот. Теперь настало время развязать. Нет, еще не пора, Джамиль. Нет, еще не пора. Зеленый и время не пришло. Что мне делать? Что мне делать? Так, ладно, я не знаю. Норм. Мне норм! А, простите. И начиная с нынешнего момента, это что ход не закончился, мы черную да. разыгрываем. Черная разыгрывается, она ставится вот здесь сразу на единичку, и ты предлагаешь за нее сколько-то денег. Можешь сразу пас сказать, можешь предложить за нее сколько-то денег. Всего тут 2 акции, паровоза, как вы видите, всего 11. То есть... Я просто не понимаю, в чем ее прикол. Ну, типа, она дойдет до Чикаго, в общей сложности у нее рост акций будет там, ну, до десятки, если она доползет, дай бог, до конца игры. Давайте чё 3. Я что-то не понимаю ее прикола. Ну, ладно. Видимо, я не очень экономист. 3. Я думаю, что она очень важна, когда вы играете, например, в шестером. Ну, может быть. Что у вас еще больше всего. То есть мы играем сейчас втроем. Это, по сути, половина, да, от заявленного качества. Что? 3 говоришь? Да. Ну, давай 4. Ну, ну и пас, говори. Не нравится он тебе? Не бери. Пас. 4 было? 5. 10. Так, подожди, мы чего-то не знаем. 12. А что за... Что за прикол? Мы чего-то не знаем? Я сказала 12. Она нам не рассказала какие-то эти... Забирай. Хорошо. Так. Ну, у меня красное на черном, видишь? Красное на черном. 12. Так. Деньги, сюда. Ой, простите. Угу. И мой ход. Да. Я строю паровоз. Да, хорошо. Деньг. Куда поедем? А, первый паровоз. Ой, а, кстати, первый паровоз там выставляется сразу да, или нет? Да, смотри. Я думаю, что... Нет, я думаю, что его нужно будет выставить вот сейчас, когда начнешь строить. Ну, типа, потенциально оно до Детройта близко. Угу. Получит буст в 4, ну, ладно. Угу. Где? Где? Обманула нас. Ксана обманула нас, мне кажется. Не договорила правила просто. Не дрочи деньги. Щирк. Правила, наверное, написано.
имеете. У кого две, да, две черные акции побеждаете. Просто Оксана забыла нам об этом сказать. Вот opening Wabash. No, the placement of this first locomotive doesn't cost the Wabash Railroad Company any... Но денег оно не стоит, здесь размещение черной. Ставится ли он сразу, когда это все открылось? Я там видел. Да, он ставится самый первый. Сразу, когда акцию начали продавать. Вот она как раз единичка и появляется. И единичка появляется вот за счет вот этого. Да. То есть, если я сейчас строю три, то я строю вот уже другие, уже дальше три. Раз, два, три. У него один станет восемь. И а потом можно будет прокачать. А, кстати, мне это будет стоить вообще дофига, потому что, видишь, там тройка, она на два умножится. Это значит, будет вот это шесть, вот это будет два, а вот это будет один. То есть 8-9 денег это стоило только до Чикаго доехать. Ну да. Вот поэтому у меня деньги побольше здесь было. 9. То есть идея была в том, чтобы не только в том, чтобы до Чикаго, то есть чтобы было на что доезжать, иначе если бы я купила очень дешево, то он бы просто тупо не доехал, ему бы не хватило денег на это. Логично. У него стало 8, он доехал до Чикаго, я получила 8. Дай мне денег 8, пожалуйста. Но она же он получает. Доехал до Чикаго, каждый раз случились это... выплаты именно у черной компании. Угу. Черная акция у кого? Да, вот, да, тот и забирает 8. Да, ты молодец. Наверное. Я сама не знаю. Просто красные и черные хорошо сочетаются. Я решила, что надо покупать хотя бы такие, если вы мне других не отдаете. Ладно. Паровозы больше строить нельзя. Огонь, я, да? Да, я вижу. Торговаться, шморговаться. Давай, это станция. Дома. Куда? Конечно. Вот здесь на два смотреть. Вот здесь, да, вот я и хочу. Это что, желтый на два? Да. Раз, два. Аня? Торги хочу. Класс. Давайте за черную. Поборемся за черную. 4. Объявляй. Так, ты объявляешь ее за 4. Переключать будешь нас? Ну ты же сейчас мимо, же будет, да? Очень насыщенная такая игра, прям нервная. Да. 4. Все-таки 5. Пас, пас. Не-не, 5. 6. Давай. 7. 8. Да ну что вы разводите меня? Я не понимаю, чего от меня хотите. Скажи пас, не бойся. Нет, нет, я хочу понять, в чем гребаный прикол. У тебя уже есть акции, тебе не нужно. Все, 9. Мне не нужно, но я буду бороться до последнего. 10. Да сколько ж можно? Да тут даже вагончика стоит. Не-не-не. 10. И прикол в том, что вот на клеточках равнин могут стоять несколько паровозов нескольких компаний. Да. Только в лесах и в горах один. Поэтому он спокойно здесь к самому. И в других городах можно ставить паровозы. Ну, да, смысле, в паровоз черный может и... стоять с другими, но не в городе. Подожди. А, с другими, но не в городе, нельзя стоять только в лесу и в горах, да. Всё, да. А ты помнишь, что если будет куплена акция, у нас на трех планшетах не будет акций, и следующая выплата дивидендов будет последняя. Но нет. Мы доживем до последней выплаты дивидендов. Я не помню. Но паровозиков ты уже больше не построишь. Смутило. Зачем я это сказала? А какое последнее слово было? А у кого? Ну, не у меня, да? Я сказал 9, а Аня задумалась. Да. То есть на трех планшетах не будет больше акций. Соответственно, следующая выплата дивидендов последняя. Это действие совершать больше нельзя. Я сейчас проверю. Именно сейчас в планшетах скажу, имеется... Сейчас скажет пас, а ты купишь за 9. С планшетов имеется в виду именно вот этих планшетов, или этот идет тоже как конец игры? Скажешь пас, я скажу пас, он останется на месте. Ты уже сказал 9. А, черт. Да, так это не работает. 3 или больше компаний, больше нету акций, да. У 3 или больше компаний нету акций. Зеленый не светит, точно? Ладно, я пасану тогда. Пас. Да. Забыл. 9. Я тебе говорил, ну зачем ты? Куда ты деньги опять дел? Да какая уже разница? Не туда все дают деньги. Ладно. На тебе единичку. Давай. Хера плохо научила. Просто я... Ну ладно. Ну да. Я тоже не помнил, что 3 это. Ну ладно, неважно это. Окей, чё, твой ход. Да. Торгуйся. За зелёные. Зачем? Я домой построю, конечно. Причем, наверное, в красную, потому что красная мне больше приносит. А где там у красной можно еще построить дома? Здесь ничего хорошего. Здесь один. А, вот два. Окей, здесь будет дом. Два. Дом подвинешь?
Раз, два. Я тоже дом построила здесь. И все. Ту-ру-ру-ру, ту-ту. 29. Все, последняя выплата. И все. Последняя выплата. Итак, красный. Красный получается. 34 надо разделить на 3. Это... 12. Потому что да, 11 не супер. Может быть, значит 12, да. Мне 24, итого, а тебе 12. Дай мне доллар. Дай мне доллар, на тебе 25. Да. Так, Ане нужно 12. 12. А тебе 12. Держи 3, мне 15. Давай. Угу. Теперь. Теперь синяя. 29 на 4. Это почти что 30 на 4. Это почти что 8. Это, ну, 8, да. 8. Держи. Держи. Да, да. 8. По 8, 8 по 16. 16. 16. Мои 16. 16. Так. Угу. А теперь. Теперь желтый 28. Всего 3 акции, да? Трижды 9, 28. 27. Трижды 9, 27. Поэтому. Значит, по 10. По 10. Значит, тебе 20, и я не 10. Кажется, нужно уже обратно сдавать ну коту. 10. А теперь зеленая, Ань, мы с тобой получили по 4. Дай мне 25. Сейчас пожалуйста. Ань, дай доллар. Передаем за проезд, передаем. И черные. Классно. По 4, там потратил 9, чтобы заработать 4. Ага. Класс. Ладно, сдал доллар, получил 5. На. Сдала доллар, получила 5. И считаем деньги. Ну давайте. Ну давайте. Бумажка. Еще бумажка. Еще две бумажки. Раз, два, три, четыре. А, и другие бумажки. Ну. У тебя столько денег, ужас какой-то. У меня 78. 79. 91. Аня, не ведись, они разводят ее на деньги. И сама такая, да-да, и заработала, круто. Ну, потому что крутая. У Ани было очень хорошо и желтые, и синие, и красные. Пятюля. Прям молодец. Она не потратила деньги вот на эту вот ерунду, на черную, которая тебе сейчас... которая тебе сейчас как вообще была не в тему. И у тебя были самые топовые, ну, как бы у самых топовых компаний у тебя были деньги, 90. Ну, типа, красные, у тебя не было ничего, кроме красной, ты качала красную, у меня не было. А ты вообще не занималась, да, это было правильно. В желтую впихнулась, потому что понимала, что Тимур за нее топит. Ну, а синюю уже общими силами, так как мы с Тимуром разделили, типа, добили. Ну, синюю нельзя было отдавать. Вообще нельзя было последнюю акцию отдавать ни Ане, ни тебе, потому что очевидно, что она да будет нет. расти. Ну, у нее единственный был шанс допилить до Чикаго, учитывая, что... Ну, я тоже так подумала, да. Учитывая, что Аня рвет туда. Можно было, поэтому... на самом деле, мне сейчас желтую акцию попробовать захватить, но, как бы, на нее, возможно, просто угрохалось бы больше денег, и поэтому было бессмысленно туда идти. Вот, ну на самом деле, да. Ну, чё, расскажи, Ань, давай с победителя начнём, Ань, как тебе? Прикольная, мне понравилось. Но она тоже не сложненькая, как этот, как Тесла. Вот. Не сложненькая, как Тесла? Ну, я да. вспоминаю подскрипывание мозгов, знаешь, тишина в эфире, и слышно, как мозги поскрипывают. Ну, не знаю, но мне она показалась поприятнее. Чем Тесла? Угу. Ну, она правда проще, она правда проще, прикольная игруха. Такое. Может быть, из-за того как раз, что нету вот этого продажа, покупка, то есть подрежет никто, ты подстраиваешься именно под ситуацию, которая происходит вот здесь сейчас. Вот. Ну, все потому, что в одно действие. У тебя всего, ну, да. У тебя всего три варианта действия. И все работает всего лишь на трех простых действиях. Это прикольно, я люблю такое. Когда у тебя незамудренная игра предлагает симпатичный геймплей. Прикольная игруха. Но при этом мне кажется, что мне нравится, что они ее посчитали, подумали, то есть, что этих должно быть больше, этих меньше. Ну, как нормальный баланс выстроенной игры, чтобы не было там косяков и резких провалов, еще чего-то такого. Мы сейчас нестандартно развивались, честно скажу, потому что, ну, как бы всем хотелось все скупить, это первый момент. Ты обычно уже потом ты как бы начинаешь думать о том, что стоит, не стоит. Сначала хочется захапать все. Аукцион такой, аукцион. Мне все надо. Вот, а потом уже ты понимаешь, что нет, мне не все надо, мне нужно уже считать, планировать деньги. И еще момент того, что, вот, например, одна компания всего дошла до Чикаго. Обычно все-таки ломится туда, в процессе, ну, хоть как-то деньгами раскидывается. Вот. А здесь получилось, что нет, как-то странно по-другому пошли.
И, по сути, дивидендов выплаченных было вон 4 раза, сейчас был 5-й, и все. То есть не так много. Ну да, пол игры сыграешь. Но она действительно, я в нее играла, ну, да, шестером не играла, честно говоря, но в другом составе она тоже играется очень неплохо. И есть момент того, что вот у тебя же нет цвета, тебе нужно что-то другое развивать всегда. И, нужно, и с одной стороны, ты хочешь целиком это забрать себе, но не получается. Акций много, в желтый легко было, например, сейчас влезть. Тут еще 3 акции. Угу. Это было бы несложно влезть вот сейчас в желтый, почему нет. Вот, попробовать отнять кусок, ну, у вас, возможно, себе что-то, ну, то есть, такое. Мне нравится, она прикольная, странная штука. Когда объяснишь, ну, почему-то всегда всем ломают мозг на тему того, что, подожди, что сейчас? Я не вот это, а сейчас что? А как, вот, а тут? Хотя бы все супер просто, все очень просто сделано, прикольно, правда прикольно. Ну, и Кириновский продакшн, такой все деревенький. Не, а в плане оформления она вообще хорошая, отличная. Это, по-моему, тоже опять, да, Мэнцель? Вот мы говорили про это. Не знал, ты тут иллюстратор. Скорее всего, у тебя есть в этот в конце правил. Здесь, потому что вот не указаны коробки. Может быть. Просто... И получается, даже игра не седьмого года, понимаешь? В седьмом она выпущена была квинами. Значит, она на самом деле была выпущена раньше. Нет, это просто вот копирайт. Седьмой, восьмой. Сквин Геймс есть некоторые сложности в плане того, что последние, ну, множество последних проектов, которые у них выходят, они перед Эссеном их расхайпывают, а в итоге игры оказываются довольно обычные. И вот я смотрю, старые игры, они вот ты играешь в них прямо сейчас, и они прикольно играются, несмотря на то, что игре там почти 20 лет, и в ней есть что-то такое. То есть то, почему что. 20 лет? Ну, блин, Фивы, если 5-й год, сколько? Ну, 16, блин. Ну подожди, до 20 мы еще не такие старые. Не настолько мы старые. Типа, какая по 15 лет этим играем. Да, хорошо, и много. Да. Но, кстати, да, вот у Квинов я заметила такую тенденцию, что начиная где-то вот. Ну, Kingdom Builder, правда, все да, почему-то любят, и он очень классный. Но вот для меня лично после Kingdom Builder, в принципе, прям классных проектов у Квинов я не помню. Все такое, а вот кажется, перед. Средним, да, все каким-то средним, да. То есть, а вот до этого прям были очень, очень интересные, классные, вот мы с тобой обсуждали, что Тимбукту, например, с этими с верблюдами. Да. Да. Блин, жаль, ее не показать на стриме. Почему? Ну, там скрытая информация. Ты что-то забыл, то есть вы, это же, это как бы клюды здорового человека. Вы перемещаете караваны и пытаетесь, передавая друг другу ограниченную информацию, сделать так, чтобы поставить своих верблюдов в стойло, в законах, так, чтобы их не обокрали в конце стоянки. А, да, и вся игра сводится к тому, что вы сидите и вот в тишине вычисляете. Это вот игра не для стрима. Но само по себе это очень сильная игра на дедукцию. Очень сильная. Одна из лучших, что я играл, наверное. Классная прям. 6 Сёгун. Я вот не играл все еще. Ну, сыграем. Да, сыграем. Альгамбра. Кстати, тут ребятки писали, просят Альгамбру, так что... У меня есть. Я знаю. Я просто сам, не знаю, по какой-то причине меня не тянет. Я видел, как она выглядит, мне вообще-то не тянет в неё играть. Но рано или поздно я все равно сыграю, потому что... Но я не назову ее шедевром прям. То есть, вот, например, когда мы играем в Фивы, я знаю, у них есть прям классная фишка. Вот почему мне нравятся игры сейчас Квинов, вот такой, вот такие старые, у них у каждой есть какой-то свой изюм. Вот такой прям, знаешь, вот прям такой жирный изюм. Ты прям понимаешь, что именно в этой игре такой вот... Странно, необычно. То есть большинство игр, ну вот сейчас они выходят, это такой, ну, тут немножко этого добавили, тут немножко этого добавили, такой, ну, такой супчик, ну, нормально. Ну, да, он, конечно, отличается, он, этот овощной суп, а это минестроны, он прям, блин, разный, но в целом вот нет такого прям яркого чего-то, такого прям, бывает, нет, вот выходят такие проекты. А вот у этих даже, вот несмотря на, особенно ввиду того, что в своей простоте, эта яркая особенность, она прям заметна сильно. Вот, например, вот в этой заметно сильной особенности, то, что вот мы эти акции покупаем, они ничьи, и как-то строим, получается, каждый может строить одновременно одно и то же, ну, как бы, вроде бы, да, мы пойдем с тобой туда, а Аня такая, бац, и туда ушла. Случайно не заметила бы и не достроила Чикаго, ну, случайно, например, да, ну, хотя вряд ли такое могло быть, но неважно. И мы, это, вот мне вот это нравится, и у Сёгуна такая же тема. Ты сидишь, а там, это война, то есть ты вроде бы пытаешься активно думать, планировать вот заполнение своими войсками территории, а потом эти войска встречаются в битве. Боже, битва — это вообще ад. То есть при том, что ты вот просчитываешь, считаешь, планируешь, а дальше ты берешь такой Dice Tower, берешь все кубики войск, которые встретились, и закидываешь его в этот Dice Tower. Ты же рассказывала. Я, да, я говорила. И ты закидываешь его в Dice Tower, и из него что-то выпало. И это те, кто дошел до поля боя. Это те, кто выжил. Остальные потерялись. То есть пришло типа твоих 8 человечков против 4. Ты такой, ну мне же 8.
а выпал из этой башни, блин, твой один и три чужих. Ну как так? Потому что они, мол, были самураи, а твои дураки прошли мимо. Это круто. То есть вот, ну как бы, да, есть такой момент, что вот, я уже говорила, в немецких играх старой школы рандом. Всегда добавлен рандом. Чисто вот таких сухих евро. Ну, она немножко не совсем немецкая, мне кажется, классика считается все-таки. Хотя, если вспомнить тот же Power Grid, тот сухой евро, и это Фридман Фриз, тоже вполне себе немец. Вполне себе немец. С зелеными волосами, нормальный чувак. Вот. Он такой, такой забавный тип. Такое ощущение, что он сам свои игры еще иллюстрирует. Такое все трешовое вечно. Да. Забавно. Ну, энергосеть, знаешь, я вот спустя много лет я сыграл в нее, Аньке показывал, хотел, чтобы она вот... Ну, сам вспомнить, как это, когда я начинал только, и ей показать. Мы сыграли, но она нормальная, то есть, ну, разочек сыграть, просто познакомиться с такой относительно классикой того времени, ну, такой легкой. Да, я даже экономической, вот в каком-то таком вот смысле. Вы же вдвоем играли? Да, мы вдвоем играли. Ее даже экономически это сложно назвать. Там типа рынок есть, конечно, но все такое, это такая, знаешь, евровая экономическая. Слушай, вопрос количества игроков, я тебе уверяю, потому что я ее доставала снова недавно, и мы в нее играли втроем, вчетвером. Ну, то есть, да, там тоже опять. Вот, кстати, 6 игроков. Сейчас делают, ну, как бы масса идет на 4 все-таки, да, и на почему-то на 5 иногда. Вот на 6, вот раньше выходило много. Power Grid очень заметил. У него даже на двоих правила отдельно выпускали в какой-то момент. Вот как раз последнее российское издание, по-моему, как раз было с уточненными правилами на двоих, потому что изначально на двоих она проваливается. Там как раз тоже есть аукцион, очень важный, когда вы покупаете станции. И если вас всего двое, и ты видишь, что другому человеку это нафиг, это не сдалось, то тебе гораздо легче просчитать и прикинуть. Она просто теряет половину от того, что у нее есть. Но в целом она на самом деле очень классная, и мне она до сих пор нравится. А когда ты в нее последний раз играла? Мне кажется, ну если не в этом... А, нет, в этом году нет, я же веду теперь статистику с этого года. В прошлом точно. Ну вот я в нее играл, говорю, вот 8 лет назад мы играли и вшестером даже в нее. Но вот как-то... Это из разряда, знаешь... Нет, это в смысле вот... последний раз. Первый раз я в нее играла в 2009 году. Я понимаю. Да. То есть вот сейчас ты играешь в Chicago Express и делаешь скидку на то, что... Эта игра там выпущена давно. То есть те, кто играет во всякие паровозики, сейчас много таких всяких экономических игр с паровозиками, которые, ну, более сложные, применяют разные интересные там экономические модели, все на свете. То есть для них Chicago Express может показаться довольно старым и таким довольно примитивным по сравнению с тем, во что они сейчас играют. Вот. Надо просто как бы делать скидку. И вот я Power Grid тоже в этом плане делаю скидку. Она довольно простая по сравнению с тем, во что сейчас можно играть, пожалуй. Просто... Я не знаю, по какой-то причине, вот в Chicago Express я бы еще даже разочек сыграл, а вот за энергосеть садиться желание совсем нет. Ну, потому что, я тебе говорю, вдвоем вы играли. Я почти уверен, что если бы ты сел хотя бы вчетвером, тебе бы сейчас больше понравилось. Там гораздо интереснее идет вот эта вся штука. Знаешь, я не думаю, что дело в этом. Я просто, вот, игра механически, она мне скучна. Ну, вот уже сейчас. Просто... Ну, это, знаешь, это же дело вкуса-то по факту. Ну, просто я как-то энергосеть... Мне нравилась она, когда мы только начинали играть. Я в ней с удовольствием играл. Но спустя много лет, ну, все. Морально как-то старовато, наверное, она. Ну, или просто я ее как-то... Ну, это еще другой сегмент игр. То есть они сейчас уже... Сейчас сегмент игр... Скажем так, для игроков продвинутых он сдвинулся. То есть, если раньше, например, там Tikal, Power Grid, Куба, они были прям супер задротскими, да, то есть это была игра, прям от которой ты такой, о, мозг скрипит, боже мой. То сейчас игра, от которой у тебя скрипит мозг, ты уже другую назовешь. У нее больше будет всяких факторов, они постепенно росли. Игры сложные, то есть, становится. Да, это, ну, это, наверное, я бы не сказала, что это прям какое-то устаревание. Мне кажется. Хотя, ну, может быть, наверное, сказать, что это именно вопрос старости. Именно, знаешь, такое моральное устаревание, когда они. Сейчас она просто перешла в другой сегмент. Когда сейчас она сейчас больше. Сейчас, да. Сейчас эта игра больше, если она ранее, ну, как бы не эта игра, да, а другая, была бы в сегменте для игроков более продвинутых, да, вот те, кто хотят что-то там посчитать, что сейчас она пришла просто в сегмент более семейных игр. Если ты будешь сравнивать ее с семейными играми, ну, даже нынешними, почему нет? Она, мне кажется, будет вполне конкурентоспособна. Просто сейчас и Power Grid тот же самый. Он просто чуть-чуть стал ниже, он стал, ну, в другую категорию перешел игр. Ну да, да, скорее всего, так и есть. Это как раз идет разговор об усложнении настольных игр, о том, как изменились, вообще изменились игры с тех пор. Игры, да.
Ну вот. Там много, я цеплял глазом комментарии про футбол, что типа... Давайте почитаем комментарии. Про футбол я ничего не буду комментировать. Всем добрый вечер, Тимур весь в настольных трудах, даже футбольный матч Криштиану Роналду не смотрит, Саша Романов писал. Я буквально сегодня сокрушался, что из-за того, что очень активное сейчас время у блога, я не пропускаю чемпионаты по футболу, в принципе, смотрю практически все матчи, а тут приходится всю ночью смотреть просто повторы в записи. Я так рад, что завтра сборная играет в 4 часа и не попадает на стрим. Кстати, насчет стрима, там тоже спрашивали. Завтра, ребятки, мы играем в Paper Dungeons от Лавки. Заглядывайте к нам, посмотрим, попробуем ее прям при вас, наверное. Наверное, попозже, скажем, да? Во сколько? Мы с тобой еще не обсуждали. Не в 7, да? Можно в 7. Нет, обычно стрим запустим часиков в 7, наверное, вот. Следите за новостями. Алексей написал: полностью согласен с вашими словами, озвучил такую мысль в гранях, но меня захейтили. Мысль какую? Мы так что-то много мыслей накидали, что когда обратились к комментариям, я уже не поняла, про какую мысль речь. Да, Сёгун кайфован своими войнами. Да, Сёгун вообще в этом смысле, да. Ты такой мозг ломаешь, думаешь, строишь, потом фигак в эту башню и... Мне понравился момент, там что прям всё горит. Компонентов не напасешься, если они в башне пропадать будут. А прикольное в то, что их не вытаскиваешь. Ну, то есть, ты кинул, например, там зеленых и красных, они сражались. Mm-hmm. И у тебя они застряли. И, например, в следующий раз, когда у вас идет сражение, могут выпасть совершенно другой цвет. Ну, то есть, условно говоря, ты пошел своими войсками, вдруг встретил чужих солдат, которые прибежали к тебе. Они не участвуют в битве, они там, по-моему, уходят к тому игроку, чьи они были, но все равно сам факт. А случайно вывалились чуваки какие-то. Там не было их в битве, они просто пришли. Почему нет? Забавно, надо играть. Да. Надо играть, короче. Ребятки, привет, рад всех видеть. Оксана, мое почтение, прикольно. Волка. А что там у тебя? My morning... Routine. Routine, понятно. Всем привет, кто присоединяется. Тимур, мне понравились Аня, треки, тебе привет, которые... Уже не важно. Про старые игры, вот это вот все. И вот это вот все про старые игры, да. Они просто, да, они реально изменились. И все больше, больше накручивают, стараются, делают. Я помню, когда мы... Терромистика, тогда смотрели на Эссене, мы приехали, лежит Терромистика, я на нее смотрю, думаю, боже мой, что это такое? И у меня сразу ощущение, что это от этой игры, это от этой игры, это вот это от этой игры, вот это все смешали, и такой вот получился компот не компот, все сразу, потому что все усложняется. Круто, если это сбалансировано, то есть при сложности, но оно при этом еще и работает, не провалится. Мы сегодня с Тимуром обсуждали, что очень мы не любим игры, оба сошлись во мнении, что если в игре есть какой-то обязательный, куда надо обязательно идти для получения победных очков. То есть если вот вроде бы у тебя куча всего, но вот именно этот трек ты не можешь проигнорировать, иначе проигрыш. То есть вот я такое категорически не люблю. Я не люблю, когда мне навязывают стратегию. Я считаю, что уж если вы намешали такое количество вариантов получения победных очков, то давайте мы будем делать так, чтобы я комбинирую их между собой, но у меня был выбор. Но не то, что вот только сюда, и если я без этого, то все, ты как бы проваливаешься. Ну, да. Вот это я категорически не люблю, и это, мне кажется, дисбаланс в игре. Ну, то может, есть... вокруг просто этого элемента строили все. Такое тоже может быть. Ну, тогда это, на мой взгляд, это провал. Вот это как раз, знаешь, можно поломать полом игры. Вот для меня это было в этом. Я с тобой соглашусь в плане того, что это в такое играть, нам с тобой не очень интересно, но в целом вкусовщина так-то. Люди в разные игры. Я тебе сегодня приводил, мы про разные игры говорили, да. Как люди в такие игры, на игры там по 100, по 100 плюс партии, как бы что-то же находит в них, ничего, нормально. Главное, чтобы играли. Это же самое главное, на самом деле. О, Сашка, пришел к нам. Здорово тебе. Так, Артём с нами. Брайан, Сёгун. Это ты прочитала, да? Про что, про Сёгун? Mm-hmm. Что Сёгун прикольный тем, что... Кайфует там... своими войнами. Mm-hmm. Короче, у нас список игр. У нас список старых игр. Блин, получается, что если раз в месяц, то это мы с тобой в год всего 12 игр будем показывать. Mm-hmm. Чё так мало-то? Чё так мало-то? Вот. Я вообще не очень уверена, что это востребован этот формат. У нас тобой регулярно спрашивают, где такое купить. А мы там такие... уже было. Да, уже было сегодня. Но там же Лёша спрашивал, я думаю, может, в Америке это как-то побольше... Полегче на каких-нибудь этих ярмарках, распродажах, может быть. Он постоянно на каких-то барахолках тусит. Игорь спрашивает, будем ли мы еще играть во что-нибудь. Сана, купил я ваш Джонатан пишет, убийчики, спасибо за игры. Картинка работает.
Не бойтесь гик-проектов. Мы не боимся гик-проектов. Я просто считаю, что Эверикусу оно немножечко не для аудитории. Но мы уже это обсуждали. Я говорила несколько раз, что ну, да. Эврикус не то издательство, к которому ты пойдешь за гик-игрой. То есть, если ты в теме, ты видишь все издательства, ты просто мониторишь то, что происходит. Тебе не важно, кто это издал эту игру, ну, только если разве там не Фабрика игр. Неожиданно. Ну, в смысле, ты не помнишь, как это было, когда там все ждали 100 лет эту игру? У меня больше половины друзей после этого. Я забыла. Ну, какой там проект у них задержался просто до бесконечности. Помнишь, один из первых, какой это был, до всего это не видел? Я, ну нет, был наверное, какой-то ужасно долгий проект, когда тебе все обещали, обещали, завтраком кормили, кормили, вот это вот все. И потом очень долго было, что мол, мне кажется, последний год в целом так сказался на индустрии, что все кормят завтраками из-за того, что происходит. Я тут буквально на днях прочитал, вчера, что в каких-то крупных портах, в двух в Китае, вспышка ковид, позакрывали порты, и какие там специалисты какие-то говорят, что это может хуже сказаться на транспорт на этой, чем Evergiven. То есть, просто, блин, да куда? Ну, хватит, ну, пожалуйста, я хочу свои кикстартеры, я умоляю вас. Экономь. Дайте мне мои кикстартеры. Всё, пора экономить. Просто сколько можно, это невозможно. Ну, в общем, возвращаясь к этой теме, что да, это, но... Димка подсказывает, что монстробой не было. Да. А Джамиль пишет, что война к Тулху там не только завтраками кормили, но еще и троллили. Своих покупателей. Ну, в общем, ох-ох-ох, Ксана, это что? Фол. Фол. Я не знаю, что это значит. Почему? Что вы имели в виду, Алексей? Ой, Тимур, как будто играть не во что. Да, Тимур, часто играть не во что. Блин. Тимур играть не во что, поэтому я ему старые игры привожу, он, бедняжечек, страдает. Блин, нет, я его спасаю. Мне нравится, старыми играми. Мне нравится играть старые игры. Вообще мне нравится играть любые игры, независимо ничего. Угу. То есть даже потенциально, когда я понимаю, что, возможно, игра совсем не моя... Просто, ну, многие знают, что мне нравится видеть, как, ну, работает игра или не работает, и что в нее какие идеи вложил автор. И я с этой стороны всегда игры смотрю. И то как работает Chicago Express при своей простоте, по-моему, прикольно. Это... Я от этого себя отталкиваюсь. Что у меня еще от Крюнов было? Там еще... Вспомнить. Степ, да, пришел? Здорово, ну, представитель одной из них, так отзывается о другом. Я не о другом, ну, в смысле, я отзываюсь не о Фабрике игр, то есть с точки зрения потребителя, который покупал бы игру. А не с точки зрения того, что они, какие проекты они выбирают. То есть, как если бы я как издатель троллила их, что они выбирают какое-то говно, то это было бы одно дело. Так я не говорю, потому что про игры очевидно, что каждый выбирает то, что ему нравится. И вот. А про то, что политика их не была несколько непонятна, да. Я за уважительное отношение к человеку, который купил у тебя игру и ждет ее. Это было странно. Человек под ником «Когда-то Димон» написал: «Я только проснулся, здравствуйте, привет. Оксана, купил я ваш двор чудес, кубички, спасибо за игры, не бойтесь гик-проектов». И мы не боимся гик-проектов, просто я говорю, что мы, ну, как бы к нам не придет тот покупатель, заинтересованный в гик-проекте, который есть. Сейчас гик-проекты выпускают такое количество на краудфандинге, что Эврикус в это играть точно не будет, но это я тоже уже рассказывала, да, что в Эврикус не будет играть в крауд, и... Поэтому такие прям крупные гик-проекты смысла брать нету. Мы просто их, они у нас останутся лежать на складе до бесконечности. Чё, Ханнибаста ваш или чё? Ханнибаста, конечно, весь мед надо брать, я же говорю, да. Мы теперь будем пчеловодами, да, главными всеми. Эврикус пчеловод. Слухи, знаешь, непонятно, это слухи правдивы или просто ролик. Мы играли в Ханнибас, просто у нас был стрим по ней. Очень-очень приятная семейка, прям, очень приятная. Потенциально, если бы не такой вот... чудовищно дорогой продакшн, это прям на самом деле ваша игра. То есть вот она способна быть местами такой злой немножко при своей простоте и очень такой симпатичности семейной. Вот. Хорошего уровня игра на самом деле. Сейчас очень много на Кикстартере подобных проектов, когда тебе дают очень красивую игру семейную, а она, ну, либо играется, ну, типа, ну, то есть в ней, знаешь, в нее ничего не вкладывают, в принципе, такого, во чтобы там поиграть можно было. Вот Ханнибас, к счастью, не из тех, и там есть, в принципе, во что поиграть. Такая. И это, правда, мог бы быть вашим проектом вот именно по сути, по своей. Меня немного утомляет эта гонка за новыми играми, что люди стремятся все время... Все самое-самое новое, нам это нужно обязательно. И действительно пропускают большое количество проектов, которые были. Или Chicago Express, да. Вот, и что-нибудь в таком духе. Мне кажется, что реально на полках залеживается... Я сейчас... У меня есть такое понятие «полка позора».
Рассказывала, нет? Но это не позорные игры, в смысле какие-то позорные. Это мой позор. Это игры, которые я купила, положила на полку и ни разу не сыграла. То есть, и они там лежат. Как мы знаем, играю я с 2008 года, да? То есть, соответственно, у меня есть игры достаточно давние, которые лежат на полке. Году... Мы предавались уже воспоминаниям, когда начала работать. И сейчас посчитаю. 13, 12, 11, 10. Где-то году в 10-м я уже работала в магазине настольных игр и попросила, мне из Эссен, я не ездила еще тогда в Эссен, я попросила привезти мне какую-нибудь игру. Я не знала, как бы, какую я точно хочу, я не очень смотрела новые проекты, ну как-то просто, да, вот привезите мне что-нибудь, это же эко-настольщик, ну хоть что-нибудь, пожалуйста. И мне привезли Pillars of the Earth, ну в смысле, вот ту самую. Когда? Позавчера. Серьезно, позавчера. Жесть какая. Это полка позора, прям такая капитальная. Подожди, с какого года? 10-го примерно. Понятно. Есть, она в отличном состоянии. Наша с тобой. Она была не запакована, я ее уже открывала. Ну, в смысле, она открытая. Ну, но я в свою коробку не играла. А есть игры, которые я вообще как бы не играла, они просто лежат на полке. И это моя такая мысленная полка позора. Это не физическая полка, потому что игры раскиданы по всем углам. Например. Что у меня лежит на полке позора? Ну, эти плюшевые сказки лежат. Или кто они там, да? Я не знаю, кто они там. Мыши. А, ну, я так понимаю, брали, чтобы Фиот. С ребенком играть, да? Угу. И что, не играл с ребенком? А, нет, подожди, в «Мышах и тайнах» мы сыграли. Мы сыграли как раз. Мы не сыграли в плюшевые сказки. Само то с детьми играть. «Мыши и тайны»? Да. Мне не понравилось, да, мы играли с ребенком, я вспомнила. Нет, мы плюшевые сказки не сыграли, «Фиот» у меня лежит. Из таких супер древних несыгранных, надо вспомнить. Интересно, у меня муж, нет там мужа в комментах, он бы что-нибудь подсказал. Он подошёл к полке, посмотрел? Нет, он на даче, он не может посмотреть, что у нас там такое. Сейчас... Надо вспомнить, что у меня такое там интересно. Сейчас, ты пока вспоминай, там интересный просто коммент был. Меня кто-то спросил там про лёр, типа, что-то в лёр. Опять про лёр. Нравится ли тебе играть? Да, это, видимо, когда я сказал, что мне нравится играть в разные игры. Тебе же... я помню, я про него помню. Этой фразой я имел в виду, мне нравится пробовать разные игры. То есть, ну, по факту, конечно, мне нравится не всё. Лёр не из тех игр, которые мне, очевидно, понравились. Вот, и Стёпа там спрашивал, попробовал ли что-то «Столпы земли». Оксана, как тебе «Столпы земли»? Это, видимо, как раз Pillars of the Earth. Как тебе игра? Мне понравилось. Я как раз рассказывала, тьму хотела принести сюда тоже как-нибудь. Это классическая, вот прям классический представитель немецкой школы, в которой у вас есть одновременно вот этот элемент и стратегии, ну, как бы просчёта, и всё-таки рандома. Ее многие сравнивают со Stone Age, потому что там есть зоны получения ресурсов, на которые вы расставляете рабочих тоже. Но если в Stone Age вы бросаете кубики, чтобы понять, что у вас выпало или не выпало, здесь гораздо более четко понятно, там карточками это все разбор происходит. И я вот рассказывала, там 6 эпох, и рабочие, которые приходят в каждую эпоху, они отличаются по стоимости, и они увеличиваются как бы по эффектам. Ты точно знаешь, что они будут круче. Они не в одной колоде замешаны, у тебя сначала вышли сильные, а тебе их девать некуда. Нет, там вот реально все будет действительно грамотно просчитано в этом смысле. Но очень много рандома, там из мешка тянутся, например, рабочие, которых случайно расставляешь, это прям вообще супер дикий рандом, ты не понимаешь, что будет. Вот, но при этом там есть интересные фишки, поэтому я бы ее показала, она классная. Мне понравилось. Обязательно. То есть я ее вспомнила, такая, а, да, я вспомнила, почему я ее хотела, в принципе. Вот, еще у меня есть какие-то из другого Эссена 16-го. Нет, 16-го неинтересно, надо вспомнить что-нибудь такое древнее. У меня есть «Запечатанная цивилизация». В смысле, я в свою Циву не играл. Я играла в нее какая? Раза три. Ну, в смысле, я играла три, но в другую коробку. Какая цивилизация? Которая ФФГшная? А, да. Запечатанная? Mm. Продай ее. Она тебе не нужна. Продаю тому, кому она нужна. Мне хотелось, чтобы она... Вот, кстати, проблема. Тут был коммент. Не играешь, продавай. Ужасно жалко продавать игры. Я не могу понять, это какая-то такая болезнь, что тебе кажется... Ну, наверное, потому что действительно давно играешь, у тебя игры какие-то супер древние, и ты такой думаешь, мне так жалко продать. Я продала за все время одну игру. Дмитрий только что подписался. Спасибо за подписку. Вот, я продала одну игру, это были, боже мой, что-то с ворами связанные.
С ворами? Да. City of Thieves, по-моему, это был Двор чудес. А, слушай, блин. City of Thieves. Я продавал ее в этом, когда работал. И ты продавал. В клубе. Молодец. И я смотрел, но мне так хотелось ее купить. Мне вообще не понравилась она, но есть... Я читал такие вот комментарии на английском, на BGG тогда, этот, ну, неоднозначно. Да. Я так и не решился ее взять. Но звучало все очень прикольно. Нет, мне она как раз не понравилась. Там были абсолютно идентичные персонажи, то есть у них совершенно одинаковые действия, и было как-то все достаточно странно, все немножко бессмысленно. Ну, по мне это бессмысленно. Все немножко бессмысленно. Да, и вот это была единственная игра, которую я все-таки сказала, ладно, я ее продам. Я в какой-то момент решилась и сказала, я продам игры. А потом зависла и продала одну только, и все. А это, слушай, а кто издатель? Не FFG ли был? Не... Что-то большая такая FFG, да? Да. У них это сейчас у них прям все, все только по франшизам, а тогда они еще выпускали какие-то свои интересные такие проекты. И «Город воров», Аня, это я тебе рассказываю, сейчас она понимает, о чем речь. Прикол в том, что вы в качестве, ну, вот воришек, вы должны пробраться в город, ну, что-то украсть и выбраться обратно. И там как-то таймер, да, работал, то есть вы могли не успеть выбраться из города. Какая-то такая там схема была. Такие маленькие минички в стиле... Да, минички там было, миниатюры полно. В стиле Ghost Stories. Ну, такое очень простенькое. Такое передвижение по клеточкам, город такой складывался. Просто выглядело и звучало довольно интересно все это. Не, нет. Я очень хочу попробовать Isla Dorada. Я знаю, где ее можно попробовать. И они очень круто отзывались, потому что вы идете одной компанией, но при этом каждый пытается в свою сторону всю эту компанию тянуть. И там вот как-то этот механизм работает интересный. Я тоже не помню, компания то ли сокровища находит, то ли что-то такое. Мне ее прям нахваливали. Но я знаю, говорю, где ее взять, надо будет стащить, поиграть. Я так не играл, но вот именно звучит, звучит любопытно. И я до сих пор не играл в Tobago. Играл в Tobago? Да. Ну и как? Супер семейка, просто совсем семейка. Подписка ради кубика быстро. Да. Будьте ради поддержки канала и секретного чатика, где есть бэкстейдж со съемок, да, Аня? Бэкстейдж со съемок. Спасибо, Лешка. Это он меня разводит на фотки после стрима. А, понятно. Ну да. Анька, у нас тут журналисты иногда подрабатывают. Щелкает и сбрасывает, куда не надо. А да, что еще за комменты были? Послушай, Террамистика тоже не открыта. У меня Террамистика открытая. Там ребята про свои просто рассказывают. Я поняла, дай почитать. Просто настоящий... Ну, я что-то пропустил, надо пролистать. Я игры не продаю, я их дарю. Как можно продать то, что впитало мои страдания, кровь и пот? И шоколад, да? Хороший, хороший, да. А вот когда ты Димон, там два больших комментария можешь прочитать. Там что-то интересное. А у верхних ничего не было больше? Нет, там мы пробежали все уже. Там... Лёша сказал, что у него есть вторая часть Pillars World Without End. В смысле, это вторая часть или в смысле это доп был? Там, по-моему, доп у него был. Он написал вторая часть. Вот. Киклады не открытые, Сумерки Империи лежат год, Сквозь века второй месяц. Ну ладно, Сумерки Империи хотя бы народ надо собрать, чтобы у них еще было желание что-то такое большое долго играть. То есть тут, ну, тут понятно. Тут понятно. Часть. У меня лично самые дорогие игры, самые неиграемые. Как-то получается, что то, что играется проще, играется чаще, и удовольствие приносит больше. Такая засада. Я игры не продаю, их дарю. Как можно продать? А, ну это ты прочитал, да. Я удивилась, какая у меня самая... Ну, я стала вести статистику в этом году. Так. Какая у меня самая часто играемая игра. Ну, очевидно, что... Да. Ну, читалось. Почему? Очевидно. Ну, во-первых, она быстрая. Ты в прошлый раз приезжала и рассказывала, как 5 партий в нее гоняла. Сейчас у меня сильно больше. Понятно. Подожди, ну, просто, понимаешь, я прикинула по нарастающей. Как нет, бы. Просто, ну, очевидно же, что какие-то такие легкие потигры в любом случае будут играться, наверное, больше. Ну, то есть, если посмотреть на меня, например, мы в какой-то момент открыли для себя Фиесту, и вот, ну, понятно, что в нее ты играешь какое-то количество партий. Ну, это типа намек понял, но еще с испорченным телефоном. Забавная такая. Ужасный подсчет очков, просто отвратительный. Ну, просто ради фана, ничего такого. Мы тут... А ты играла это если про патечки и ближе к ним говорить, играла в Буква Джем гаговский? Класс... А вы в него играли? Классная медитативная игра такая, знаешь, не хай-хой, а такой вот прям подумать все. И вот мы тут играли, ребята приезжали в гости, Аня ботала, а мы вчетвером, значит... Короче, 2:30 ночи. Мы играем в Буква Джем вчетвером,
и там слова составляются 7, 8, 10 букв. Просто я такой взрыв мозга. Просто у меня есть слово из 10 букв, мы такие... Как? Вот там, ну, жгли, короче. Классно поиграли, вообще, я восхищаюсь этой игрой все больше и больше с каждой партией. Надо просто компанию, наверное, ну, правильную находить под такие игры. И буква джем топовый просто. Мы закончили что-то в начале 4 утра, набрали 67 очков. Это просто какой-то запредельный для нас результат был. Это при 5-буквенных словах. Надо в следующий раз делать 6-буквенные слова, чтобы постараться набрать 5 клубничек, а не 4. 21 партия не довели же меня с того начала 21 года. Партия? С начала 10 года. С допом с начала года и 11 без допа. А у нас до... Я не играю в онлайне, естественно, это только вот реальные партии с реальными людьми, и да. А у нас... Я вообще не играю в онлайне. Как это сказать? Чё, как спустя столько времени это доп? А он добавляет как раз без него, мне уже скучновато, потому что без него я уже как бы точно... Но она все-таки в этом смысле, она каждый раз выходит по-разному и сильно зависит от других людей. То есть я не могу сказать, все, чтобы выиграть, мне теперь точно прям 100% надо идти в войну. Очень сильно зависит от того, что выходит. И за счет этого как раз реиграбельность такая вот бешеная. Потому что я сначала тоже... Ну, то есть да, как бы есть моменты, что что-то хорошо бы отнимать. Вот, но в целом нет такого вот, вот это бери и все, и теперь ты... В дамках. Нет. Ты вспомнил, что хотел сказать? А я у нас этот, у нас до этого месяца топовая игра самая была Луна Симаров. Вот. А тут мы это достали на свет 5 Minute Dungeon. Это рилтайм, который 5 минут играется. И мы только на стриме с Лёшкой Звуковым и Сырой что-то сыграли партии 10, потом Аня к нам присоединилась, еще сложность, там 10-12 партий получилось. И там сям все в ней играют. Я и говорю, когда такие быстрые простые. Мне там, например, в какой-то момент Звездной Империи и Джайпур. Ну, блин, они такие быстрые, ты так джух-джух-джух и поиграли, и там еще по кругу, еще по кругу, еще по кругу. Что-то мы немножко про другое говорим. Она нас кто-нибудь слушает вообще? Ксана, а кто-то русскоязычный блог про настолки, по вашему мнению? Ой, извини, да. Ну чё? Да, давай. Нет, давай ты читай. Ты читаешь, слышишь. Ну просто слыши. В Эврикусе еще не приняли решение по локализации шаманов. Есть перспективы? Ничего не решили. Что? А что? А вы рассматривали шаманов? Да. Откуда люди знают это? Потому что мы играли на одном канале. Не будем упоминать. Да нет, почему нет? У нас с этими нет проблем. Нет проблем, хорошо. Тогда мы играли в динозавров, потом мы играли в шаманов. Решили, что да, прикольная игра. Ничего не решили окончательно. Ну, в том смысле, что сказать, о, мы ее сдаем, я не могу пока. Угу. И этого, соответственно, нет такого никакого решения. Понятно. Ну, у шаманов все-таки есть странная тема. Она вот тогда она прошла прям прикольно. Мы играли вчетвером, и вроде всем понравилось. А, например, до этого мы играли в редакции раза 3 или 4, и было все время ощущение, что они проваливаются. Ну, то есть, что тени там... То есть, тени всегда можно... В общем, было какое-то странное ощущение, что ты, например, если у вас две тени, то вообще никогда не будет людьми. А, ну это какая-то там... соцдедукция, да? Или что? Скрытые роли, что там? Ну, нет, скрытые роли, да. Ну, скрытые роли там такая... Ну, не знаю. Она вот в этом смысле, она какая-то странная. У нее что-то есть, а что-то нет. Непонятно. Что там дальше? Как поездка в Екатеринбург. Это же было давно. Я в Екатеринбурге была где-то в конце марта или в апреле, а с тех пор больше не была. Было клёво, мне понравился Екатеринбург. У меня было подряд, мне что-то было какое-то дикое количество тогда командировок, 3 подряд, прям с разницей в 2-3 дня. Прям очень... в разъездах. Ну, там так было просто получилось. Ты решила ударно покататься по стране? Нет, я больше так не хочу. Мне понравилось ездить, но очень много. И поэтому был Екатеринбург, Новосиб и Симферополь. Вот, всем привет. Все там встречалась. В Екатеринбурге с Ильей, а в Новосибе ходила в 2 кота, клуб там есть, вот, и в Симферополе мы встречались с автором блога I'm Geek Now, Владиславом, знаете, тоже привет. Ну, мы с ним не знакомы, но мы не понимаем, знакомы. О чём в общем, говорить. Да, ну, он, по-моему, не смотрит стримы, так что передавать ему привет бессмысленно. Но вот в Екатеринбург была вообще офигенная поездка, потому что мы погуляли с Ильей и Наташей очень классно, и поиграли, и мне понравился город, и он вообще прям классный, здоровский. Прикольно. Они отвели меня к рок-клубу, я прям очень хотела сходить. Это я им сразу сказала, первое место, куда мы пойдем смотреть в вашем городе, это рок-клуб. Они такие, чё? Такой, ну, Свердловский рок-клуб, вы чё, это прям такое должно быть место? Постояла на ступеньках, сделала фотку, ушла. Странно, Илюха же барабанщик, что не должен был знать. Ну, нет, он знал, но он как бы не думал, что это как бы какое-то место, ради которого стоит куда-то идти. Понятно. Потом мы с ними просто погуляли по городу, посмотрели, мне очень понравился сам город, и еще сходили в музей. Боже мой.
Серебряное копытце. Кто написал? Баженов? Ну что? Да. Евгений? Это локалки. И там было. Нет. Ну, Бэт. Это комедиан. Это комедиан, да. Точно, я забыла. Евгений, это Бэт-комедиан. У него так, его так зовут. И вот, и тоже был очень классный маленький домик. Ну, в смысле, где он, дом, это, где он жил. Поэтому такой маленький домик среди вот этих вот уже высоченных домов. Внутри сохранена остановка. Там мы послушали экскурсию. Бажов. Бажов, Бажилов. Это Бэт-комедиан, точно, Бажов. Позорище сегодня. Точно не Аксаков. Бажов, Бажов, большими буквами, да. Вот, про него очень интересно рассказывали. Илья сказал, вот, я тоже буду знать, куда еще людей отводить. Просто Лёша, который добрых дел мастер, да? С Екатеринбурга. Если приеду... Нет, он сейчас в Северной Каролине живёт. Он сейчас в Америке, да. А я приеду в Екатеринбург, в Северную Каролину не поеду. Очень зря, кстати. Ну, нет, а я нет, простите, но нет. А Екатеринбург мне понравился, да. Ну, давай. Новосиб мне, простите, не понравился. Он был очень серый и унылый. Но там очень круто жить, потому что там столько ресторанов, блин, там так вкусно было. Я живу не дома. Ну, потому что я почти не ем дома. Я не люблю есть дома. Готовить надо. Фу. Ну, чего? Я просто завела мужика, который готовит. Молодец. Красиво жить не запретишь. Вот. И Симферополь мне понравился, ну, специфический. Но мы отлично пообщались с Владиславом, со Снеговиком, ну, Сноубать, ну, вы поняли. Да. Вот, прикольно было. Чего дальше? Топовый русскоязычный блог про настолки, по вашему мнению. Топовый русскоязычный блог про настолки. Да, топовый русскоязычный блог. Можешь не отвечать, это будет странно это. Мне нравятся все разные. Ну, в смысле, вы как бы... Ну да, у вас есть момент, что вы прям что-то в какой-то момент рветесь за новым, и прям все, вот мне нужно это. Я понимаю, из-за чего это. То есть, да, есть такое, что все хотят посмотреть на вьё, ты выпустишь, это уникальный контент, к тебе прибегут, то есть все понятно. Но у каждого есть своя специфика, и это круто, у каждого своя подача. В этом плане ты немножко в заложниках находишься, потому что... Потому что я сижу между вами двумя. Не, не ты конкретно, я тебе про то, что публика хочет, ну, хочет новое, всегда все, ну... Да. Это сложно, и гнаться приходится за этим, и не всегда это, ну, возможно добраться до этого, поэтому так и происходит. Ну, блин. Поэтому мне нравится здесь, я уже говорила, что мне нравятся стримы у Тимура, они очень живые, интересные, разговаривать с публикой, чтобы ты, я уже говорила, что ты не сидишь с двумя людьми, ты много, ощущение, что ты реально, где много людей, ты общаешься с кем-то, ты о чем-то разговариваешь, ты узнаешь что-то новое, ты рассказываешь что-то новое, это прикольно. Вот, там, например, у Ильи, мне не было ощущения, что на стриме было больше людей или там еще что-то, но там какое-то другое ощущение, Илья очень веселый такой, ну, прям с ним забавно, весело. Мы играли в ВБМ, этот безумный мир, где, в принципе, надо мозг включать, а я была ужасно уставшая уже, там, типа, встала там в 6 утра или еще раньше, и это уже был вечер, ночь для меня. Но мы так классно играли, просто сам процесс, что ты понимаешь, что ты реально вот сейчас провафлил всю партию просто. Ну, то есть тебе стыдно, как издателю, что ты сейчас не показал класс, не показал красивую игру, но тебе так классно вот играть просто с этими людьми, вот так забавно, что это совершенно другое. Там ну, к Лёше Зуйкову вообще, понятное дело, вообще отдельное отношение, потому что это был первый... Для меня это был первый блог, как бы, который я видел. Который, опять же, я видела в каком-то году. Нелёх классно, да. Боже мой, в каком году это было? Я была беременна в 2012 году. Вот для чего беременеть нужно. Да. Чтобы временные отметки по жизни. Да, потому что иначе ты теряешься среди всего этого. И такой, так, подожди, замуж я вышла в каком году? Это было до или после? Ага, вот это было вот... Сказать год. Страшно будет. Твоя жизнь. Я-то все знаю, мне как бы... Да ладно, ты знаешь, когда я вышла замуж? Нет, ну, смотри, если ты про возраст, я-то знаю, поэтому что ты... А, мой возраст, я тоже могу сказать. Ну, короче, в 2008-м. Потом, соответственно, ты точно помнишь, в 2014-м родился ребенок. Ты такой, о, был ребенок или не было ребенка, когда это было? Надо сейчас какую-то еще дату какую-то такую завести. Ну, второго родился. Фу, блин, нет, нафиг, не нужен, спасибо. Я с одним родился. Первый приезд на Столки Лайв 20-й год. Запомни, в декабре. Да? Да? Нет, да. Не в декабре приехал. Почему в декабре же? В декабре? Нет, Аня, у тебя был день рождения. В декабре. У Ани был день рождения. Это был день, когда был день рождения. 15 декабря ты к нам приехал. 15 декабря. Все, запомним этот день и отметим его. Мы же переходили в Анькин день рождения. Да, я помню, что мы переходили в Анькин день рождения. Там как раз тебя спрашивают про безумный мир. Спрашивают, подожди, можно ли будет с тобой на Шпиле выпить? Ну, в смысле, на Эссене. А ты поедешь? А он что, будет, ты думаешь?
Все говорят, что будет. Серьезно? Угу. А я была к тому же готовиться. Проблема в том, что у нас могут быть с этим с проблемой, что нас туда выпустят, ну, и да. Как бы и что, 14 дней карантина? Там 14 дней пройдет в Германии? Не, ну типа в том плане, что непонятно пока, как спутник наш пустят, не пустят, вот что. В этом сложность. А так-то сам шпиль, судя по всему, будет. Скажем так, если шпиль будет, и я туда поеду, то я бы, ну, конечно, можно выпить. Поеду ли я туда? Мы планировали, что, да, можно мы, чтобы съездить. Я там не была уже черти когда, с какого года я не была, с 14-го. Давно очень не была. Блин, я вспоминаю, это в 19-м, что ли, были? Это было в 19-м, да. О, господи, это было так прекрасно. Можете посмотреть. Мне не понравилось в 14-м, мне вообще не понравилось. На канале. В 14-м, да. На канале есть отчет. Я тоже посмотрю, поностальгирую. Он такой смешной, он такой наивный. Офигенный. Там Тимур такой ми-ми-ми-ми. 150 человек на канале, и Тимур такой ми-ми-ми. Мне подарили игру. Все, ты закончила, блин. Я была в 10-м, 11-м. Классе? Нет. 10-м, 11-м или 11-м. 10-м или 11-м, 12-м. Нет, 11-м, 12-м и 14-м я была. 11-й мне очень понравился, 12-й мне тоже очень понравился, 14-м нет, они как раз сократились тогда. Говорят, они потом обратно взяли, ну, взяла. 14-м был. Вот, в 14-м уже был ребенок, а в 12-м я была беременна. Я была беременна, когда я в сыну ездила как раз. Мне еще... Чтобы на всякий случай, чтобы, если что, жителем гражданином Германии стал, да? Наоборот, это было очень неудобно, потому что я поехала, и у меня резко вырос живот. Они там как раз на каком-то, типа, месяце с 4 по 5 вот где-то там резко вырастает живот, и мне просто джинсы покупать. Не только игры, но и джинсы. Потому что, да. Это было смешно. Спрашивают, а кто предлагал со мной выпить на... Лёшка как раз. С ЕКБ, который в Америке. Который из Америки, а не ЕКБ. Да. ЕКБ мы ближе доехали выпить. А у меня ребенок Лёша, кстати. ЭБМ допы будут? Ну, говорили же, что будет. Доп один, доп. Точно, да. И еще. А остальные пока неизвестно. А мы не сказали ничего про дуэль. Да. Да. Вот это не сказали пока. Понятно. Ну, вы в процессе, да, решения. Потому что, да, потому что одновременно с... Они же на кике запустились. Угу. Одновременно с этим ты все равно не выпустишь там. Ну, невозможно это было. И поэтому можно было понять, подумать об этом чуть попозже. Ну, понятно. Он дорогой очень получается. То есть интересный, но дорогой. Поэтому решили об этом подумать попозже. Ну, я надеюсь, киковский Ascension купить на этом Эссене, если Эссен будет. Ну, это доп к Безумному миру. То есть прикол в том, что он язык и независимый, что мне. Ну, у тебя и база там английская, кипрская, да. Правила и правила. Что там еще? Какие игры еще вы рассматривали? Это когда про шаманов разговаривали. С нами на столк на полке, привет. Почему вы не играете, спрашивают? Да не знаю, что-то. Трындим что-то бесконечно. Скоро так получается, что поиграли, бла-бла-бла-бла. Пишем мемуары о жизни. Моей жизни, да. Если в прошлом эпизоде сделать нарезку, да, то можно так. Это было вот это, потом продолжение. Я еще не все рассказала. Дим написал, что дуэль не стал бэкать, потому что ЭБМ, и так можно играть вдвоем. Угу. Ну, там по-другому совсем такая вроде. Там же совсем другая игра прям. Совсем другая тема получилась, да, это правда. Ну, в смысле, это, ну, это как, типа, Семь чудес. Семь чудес дуэль и Семь чудес базовой не похожи друг на друга. Не похожи. Но тут совсем не похожи. Ну, я имею в виду, что в смысле порядок, вот когда вот прям кардинально. Блин, не до пир хочется сыграть. Давайте, пожалуйста. Что? Да не, ну просто... Я из недоверия теперь раскладываю минут за 40, мне кажется. Я знаю, чем все это заканчивается. 2 часа ночи, вот это все. Я не планировала 2 часа ночи. Я-то вообще... Ты тоже не планировала 2 часа ночи. Я только подключился, я так понимаю, Оксана еще только говорит вступительные слова. Ой, там что-то такое. Я люблю Тимура, Аню и их гостей. Непринужденное общение, разговор по душам, открытые и веселые лица. Что может быть лучше? Спасибо. Мне тоже нравится поговорить с вами. Спасибо тебе большое. А может, Аня повторить про... Тимура и Мимими, а то я прослушал. Не надо, они потом гифок в чат понаделают. Миллиард, блин. Начинается потом. Аня не стала еще магистром йода и надеется, что станет завтра. Привет, Юр. Поэтому мне надо идти и доделывать. А я тут с вами сижу, да? Так, ну мы будем... Что мы будем? Из-под стола доставать. Я достаю из широких штанин. Оксана что-то, да, притащила в пакете. Ну, что там притащила? Ну, ты там играешь, что ли? Ну, не торт же я с вами есть. Тот самый ребенок. Новый. Новый? Новый ребёнок. Нет, от которого идёт очки. Ещё нет.
Не знаю, какие еще. Всем пока. Кто сказал всем пока? Лёшка пошёл. Ну вот. Да, мы тут играть. Всем пока, расходимся. А мы во что-то играть будем или что? Всем привет. Извини, если такой вопрос был. Если да, не отвечайте. Что насчет музея? Пиктура Эврикус надумал. Эврикус надумал. А мы что, обещали, что не надумал? Мы вроде не обещали. Не говорили, что мы надумали. Если да, не... А что насчет Эврикус Пиктура? Вы разве рассматривали вообще? Мы ничего не говорили про это. Забавно. Не знаю, откуда это. Кто-то что-то подумал. Это Тимур ждет на Кикстартер. Это я жду с Кикстартера свою пиктуру уже 8 лет. Да. Уксана ребенку столько. А я Кикстартер жду, блин. Да. Мне бы в обычный музей играть по новым правилам. Хори Грал Геймс, пожалуйста. Можно мне хотя бы новые правила к старой игре, а потом новую игру? Я буду вам очень признателен. Это забавно. Тимур, доставай пакет, а не ее отвлечат. Они надо к диплому готовиться, говорят. Ну, видишь, нас ну вот, нас, давайте да. Поэтому быстренько что там разложим. А Чешира нет там? Сегодня? Нет. Чешир. Я хотела тебе сказать. Прям обращение в камеру. Давай, он потом записи посмотрит, может быть. А вдруг нет? Я ему скажу. Ну, у него там это есть ребята в чат. Я сыграла в Ангмарпорг с ролями Нантинаркинг. И сейчас он должен немедленно появиться после этих волшебных слов. Просто меня Чешир раза три уже про это спрашивал и присылал мне правила, и я сыграла. Вот. Круто. Больше разнообразия становится. Окей. Ну, ты не знаешь, про что речь, но идея в том, что у тебя есть роль, и раньше у нее было только одно условие победы. И при, например, когда... То есть, например, там у трех лордов было... Нужно контроль захватить. И это невозможно в какой-то момент становится, потому что слишком все... тщательно и пристально следят за этим контролем, ты реально, ну, просто ну, никак не можешь преодолеть. Тебе все время его ломают, этот контроль. Mm-hmm. А тебе нужно выполнить условия победы к началу твоего хода. Не к концу, а к началу следующего. Mm-hmm. Чтобы все это не значило. Ну, в смысле, вот ты сделал что-то, вот что-то сделал, и тебе нужно целый круг дождаться, чтобы это условие сохранилось. Я понял. И mm-hmm. это невозможно, потому что все за тобой следят такие, даже если он не лорд, на всякий случай давай ему контроль порушим нахрен. А тут все меняется. Мы все равно, правда, выиграли по старым правилам, ну, в смысле, как бы не используя новые. Но возможность того, что ты не ограничен, это было лучше. Я почти выиграла Хризопраза. Джамиль написал, опять Чешир мешается, даже когда его нет. Кому он мешается? В смысле мешается? Все ждут пакет, а ты такой, Чешир, Ангмарпорг, понеслась, блин. Джамиль написал, что у Оксаны такие красивые глаза и голос приятный. Так что там за пакет? Глаз у Оксаны вообще не видно, какие Джамиль, глаза. Что ты делаешь? Ты где увидел вообще глаза у меня? У меня нет глаза. Я так... Котики! Ну, это английская коробка, как мы видим, к сожалению, пока еще не русская. Русскую мы ждем в конце месяца. Класс! Это то, что ты в тот раз мне взяла, да? Да. Спасибо тебе огромное. Котики. Я взяла котиков. Чавай. А они по-русски будут называться мяури. Ждем в конце месяца этого. Ну, максимум конец июля. Принципе дежу. 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 Принципе дежу. Дежу. Ле фете де ла пищу. Месье имплесси, тор де дежу, мой французский, перфекто. А по-немецки я, да, что-нибудь почитать? Ты так же будешь смешно читать? Будет дю-дю-дю, и потом бла-бла-бла. А дай мне, я попробую. Вон там, в коробке, они точно есть. Тоже есть, не? 100%. Это же немецкая игра. Я тебе сейчас покажу, где тут он. Где тут нет? Это, нет, это испанский. На испанском ты случайно не это? На испанском не читаешь? Они, может быть, отдельно были там файл... Нет, ты не оставил на кухне, наверное, да? Мы не узнаем, как Тимур по-немецки разговаривает. Не узнаем. Нет, это не тот. Это опять твое дежу, препарацион. Ну да. Десятиосьон. Десяти континьюзи квазиквин. Да, это итальяно. Ой, это Нидерланды. Хочешь по-нидерландски прочитать? Что-нибудь? О, вот попробуй. Блин, я тут что-то помешала. Что-то помешала. Ты нет, не хочу по-голландски. Почему? Да потому что тут спурвег мат хаштензен. Что это такое вообще? Это да. Давай раскладывай игру, а я немножко подстрою изображение потом. О, смотрите, черепаха внутри. Давай не показывай, вдруг у нас не будет такой, я ж не знаю. Короче, да, это коробка английская, да? Да, не как английская, даже... Это же оригинал. Там же французская. Смотрите, кто автор, это Файдути и Мафайон. Да ты что? Серьезно? Мафайон? Это Файдути? Да Файдути. Ты так удивляешься, нет, как Тимур, будто он, блин... просто так написали имя на коробку. Случайно написали коробку, да. Во-первых, полно уже игр от Файдути. Ты так удивляешься, реально, это же не редкость. О, какой! Какой, да, очень смешной. Угар. Блин,
А можно его будет класть? Вот так. Ладно, надо этот. Какие элементы у нас будут открыты? Пишут, что ты носитель языка. Какого? Какого, французского или голландского? Какой язык ты только не носишь? А, вот оно. Вот оно. Так, сейчас, ребятули, сейчас у нас изображение станет чуть получше сейчас. Терпение. Здесь будут... Ну, давай вот, наверное, вот так все-таки, потому что здесь как бы ныряют котики вниз. Хорошо. Отсюда вниз. Кореша, вот. Поэтому, в принципе, ты можешь вообще укрупнять, потому что здесь будет видно только вот это. Мы будем делать ставки картами, они потом будут скрываться, и мы будем это разбирать. То есть ничего так. Ну и своя стопка карт там будет вот здесь. В принципе, Костя, это... такой поиграть, что ли, забрать? Ну, мы, а нет, мы никогда. Так, этих надо просто помешать. Ты цвет. Надо разобрать, кому. Ну, все просто по цвету. Тут же 6 игроков, да? Прикольно, блин. Ребятки, я рассказывал вам эту безумную историю 4, 5, о том, как я эту игру пытался раз 5, наверное, купить на миниатюр-маркете, и каждый раз передумывал. А тут Эврикос, он ее локализовали. Ну, еще нет, конечно. Но... Ну, уже да, она уже отдана в печать. Теперь, если в конце месяца приедет. У нас просто не было еще сигнального экземпляра с производства. Но обычно, когда он приезжает, то он там сразу на склад уже поступает. А то есть формат... Сейчас посмотрим всех котиков. Они постойте, такие... они разные. А можно посмотреть? Сейчас мне... Вот это ты, смотри. Вот твой, на. Не понял, у меня есть такой... А красный что там? Там девушка или парень? Там бабка. Там бабка. Бабка. Я, наверное, в очках возьму. У меня же минус 5. Моана, смелей. Ну, в смысле, мультик, помните? Нет? Каким котом ты хочешь быть? Каким котом ты хочешь быть? Бабкой? Бабка. Ну, типа, смотри, этот, каким ты хочешь, чтобы тебя видела твоя девушка, каким тебя видят твои родители, какой ты есть на самом деле. Почему у него такой? Это же какая-то ты, да, на самом деле. Ладно, давай. Ладно, это сюда. Ставки картами и котики. Беру, когда завезут. Я же говорю, на складе должна появиться в конце месяца. Ну, в июле уже точно. Уже в печать все отдано, но просто еще. Блин, а у нас толпа будет своя коробка, интересно. Даже не знаю. Спроси у кого-нибудь из Эврикуса. Ты никого не знаешь в Эврикусе? Да знаю, Дима, он мне не отвечает никогда. А, да, Дим такой, Дим тебе не ответит. Пишешь, ему ноль реакции вообще. Больше никого не знаешь в Эврикусе. Блин. Ты говорил, там твой прошлый работодатель был. Да-да, вот Володя Максим, спроси у него. Блин, вдруг он тебя вспомнит. Да он не вспомнит меня, наверное. Это да, он тебя не помнит. Это я спрашивал. Прости. Да ничего страшного, я работал, блин, 3 месяца. Сколько лет, сколько зим? 3 месяца и 8 лет назад, блин. И на складе. Еще и на складе, да. Да. Ладно, что-то происходит. Так что Оксана берет остальный ток, запишите серии 4 не меньше. Точно. Но по большому счету, когда я тебе предлагала первый раз приехать в декабре, я как раз тебе предлагала формат вот такого, который ты сделала потом на остальный ток. Но ты тогда был не готов к таким проектам, и поэтому ты пригласил меня просто на стрим. Хотя я, в принципе, говорила как раз про то, что я приеду и буду рассказывать про Эвен. Одна проблема только. Ты не можешь придать столько информации, сколько теоретически можно было бы рассказать с точки зрения того, что ты можешь говорить, и что нет. Я знаю. Нет, я обладаю как раз той информацией, которую может тебе сказать любой, даже Дима. Ну, можешь ли ты говорить? Вот в смысле? Так я на всякий случай... Понимаешь, у нас в этом смысле, я как раз тебе рассказывала, Эврикус отличается тем, что редакция гораздо... Ну, я называю редакцией как бы вот весь костяк команд, да, который занимается, в принципе, разработкой игр, работой над играми. И вот весь костяк людей, которые там есть, они, у нас гораздо больше... Вот я не весь смотрела стрим «Настольный ток», вот, который был с краудами, но я видела кусочек, где как раз Евгений говорил, что, мол, демократия, нет, это не у нас, это не демократия. И там действительно... Я работала в «Стиле жизни», там тоже не демократия. Есть люди, которые вот они этим занимаются, и все. И они вот главные... Они это создали, это понятно, что это так. Они вот как создатели, они держат все. Вот, а все остальные люди уже набраны потом. А здесь не такая история. Здесь история в том, что собрались люди из разных компаний уже с большим опытом работы. И поэтому, да, благодаря как раз вот Диме и руководству, что мы можем как-то чуть больше... То есть мы можем спорить, ругаться, это у тебя есть право голоса в плане того, как будет выглядеть внешняя коробка, какую игру мы возьмем, что мы думаем. Каждый, понимаешь? То есть нет такого, что я решил, и все будет. Я понимаю, да.
Вот. И поэтому, когда, например, мы обсуждаем, то есть, ну, я обладаю всей информацией, что происходит сейчас с проектами, и решаю, говорить или нет, если я в чем-то не уверена, я могу заранее спросить у Димы, как ты думаешь, будем мы об этом говорить или нет. Но в целом, вся информация, которая у меня есть, я сама могу тебе сказать, ну, как бы, я решаю, говорить ее или нет. Хорошо. Вот. Поэтому просто, ну, у Эврикуса нет ничего такого специфически, как бы, сложного, такого, ну, такого что-то, что прям... Да, есть несколько вещей, про которые мы там молчим и не говорим, потому что... Ну, наверное, мне не хочется, не скажу, сглазить. Я понимаю, о чем речь. Но я понимаю. Есть такой момент. Это так у каждого издателя. Пока не подписал, лучше молчать, потому что... Да, это... потому что может что-то случиться, а потом накрыться, это... я понимаю. Еще что-то. Это ты нормально. Даже сам больше расстроишься, поэтому зачем? Так, да. Надо выбрать какой-то цвет, каким играть. Просто. Я взяла бабку. Одним. Да, у тебя будет один твой колода. Ты хотел бабку? Бабку. Ты хотел бабку? Красный, ну, красный бабка? Цвет, да. Я бы, я... Это маленький Я буду твоей бабушкой играть. Мне маленький нравится. Как самый время старый. Прилива. Радость для жителей острова Мяури, ведь вместе с приливом приходит пора любимого рыбного фестиваля. Самые опытные ныряльщики попытаются сегодня поймать наиболее ценных рыб для вечернего пира. Там будут рады всем видам рыб, но опасайтесь липких медуз и прожорливых чаек. Куда ты? Дай мне кубик кинуть. Каждый раунд, разыгрывая карты погружения, игроки выбирают, на какую глубину им нырнуть за наиболее ценные рыбы. Если несколько ныряльщиков встретятся на одной глубине, богиня Китти разрешит их спор. Игра длится 12 раундов. Да. Победителем станет ныряльщик, чей улов принесет наибольшее количество победных очков. Хорошо. Как происходит игра? Сначала... 5. Там... Я слепой кот. Богиня Китти между двумя игроками слева от самого младшего участника. Эд где? Я самый младший. Слева? Это слева. Вот это здесь. Это вот тут будет богиня. Вот, это, не, вот это... так. Вот так. Да, хорошо. Вот так. Потому тут важно положение ее рук, поэтому... Хорошо. Да. Там, а там, кстати, попа с хвостом. Да, я увидела, что они разные. Вот так. Вот. У нас есть каждый раунд, мы будем выкладывать три карточки вот сюда на планшет. Это чайка в первом раунде не участвует, потом участвует. Рыбы, которые или медузы, которые встречаются в море. Дальше каждый из нас выбирает одну из карт. Кого мне дали-то? Котика. Ты сама можешь выбрать, какие хочешь. Да. Ну, какой? У меня бабка. Это почти как этот. Как его звали в Моане. А я не смотрел. Ну как так? Ну так вот просто которого Скала Джонсон озвучил. Я просто закрыл глаза и не смотрел. Спасибо. Да, вот этот пел песню. Как его звали? Не знаю. У кого там детишки? У меня есть, но я что-то забыла. Я даже песни оттуда помнила. Или ты будешь вот такой вот дикой кошечкой. Ух. Не, давай толстенький. Ну, вот он даже больше на него похож, толстенький такой. Толстенький. Окей. Вот, то есть ты из своих карт выбираешь, что их мешать? Ты выбираешь сам карту, которая тебе нужна. А, да? Так. Выбираешь карту, которая нужна. Здесь есть цифры от 1 до 12, потому что 12 раундов. Минус. А, минус 1. Минус 1 – это как бы глубина, на которую ты ныряешь. То есть, например, я хочу очень вообще занырнуть, прям занырнуть. Я кладу себе 12, ну, закрытую. Я не... Ты тоже выбираешь какую-то карту. Дальше мы вскрываем и смотрим, кто куда нырнул. Тот, кто нырнул глубже всех, он забирает нижнюю рыбу. Угу. Тот, кто нырнул не как бы недалеко, ну, в смысле... Ну, посерединке типа? Нет, не посерединке, следующая после вот этой вот. Угу. То он забирает вот эту рыбу. А тот, кто самый меньший, забирает вот эту рыбу. А в состоянии, если бы мы играли вчетвером, дай мне какую-нибудь еще колоду, дай какую-нибудь еще карту, вот. То вот так в этом случае пятерка бы ничего не забрала. Понятно. Не пятерка бы забрала сюда, а пятерка бы ничего не забрала. Потому что ты меньше всех нырнул и самую близкую рыбу забрал. Блин, она до 6 человек, то есть? До 6 человек, вау. Да. Угу. Если мы бы выложили одинаковые значения, то мы бы смотрели вот на эту штуку. В случае, если бы мы, например, сравнивали вот эти значения, да, кто забирает нижнюю рыбу, мы бы смотрели на то, чья рука вниз показывает, то есть твоя. А если бы мы за верхнее боролись, то есть у меня была бы единица, то вот на эту руку мы бы смотрели, кто к ней ближе. То есть, типа, вот сейчас я глубже, да. Получается. А если бы мы с тобой вот за это боролись, то, наоборот, я была бы. А мы с тобой, если бы спорили? Я ближе к этой руке, но следующий раунд, она переходит между нас с тобой. Ага, то есть... А если мы боролись за самую нижнюю, вот с тобой, как бы эта штука распределяла бы нам? Ты от руки через два человека. А зачем мы тогда ее передаем?
потому что потом это будет уже вот тут смотреться, следующий будет. Понимаешь, нет? Но ты будешь смотреть не только между нами, а вот, например, между тобой и Аней будет смотреться вот эта рука. Просто, ты сюда ближе. Просто если вот так она лежит, и мы боремся за верхнюю точку, вот она так лежит, мы в любом случае с Аней это делаем вот так, как ни крути, разве нет? Вот так. Но ты ближе. По идее, вот так идет круг. Угу. Ты к ней ближе. Ты к этой руке ближе. Ты первый, а Аня вторая к этой руке. К этой руке, типа, считается. Вот так она бывает. Да. Поэтому эта штука передается. Сложно. Эти карты скидываются и больше не возвращаются. Ну, как бы понятно. Да? То есть мы разыгрываем только по одной карточке. Угу. И это моя тоже карта. И по поводу самих рыбок. У них, получается, есть 7, 12. Минус 15. Вот. Есть, во-первых, чайка, она сожрет твою верхнюю рыбу, если ты ее. Ну, ты выиграешь ее. Ты не хотел, но выиграл. Она твою верхнюю рыбу вот в стопке твоих карт, она сжирает и уносит. Причем она может и медузу унести, тебе будет хорошо. И медузы точно так же, если набрать 3 медузы, то они схлопнутся. Ну, в смысле, ты их выбросишь совсем, они, да, они типа друг к другу прилипли и уплыли. Ну, то есть чайку можно кому-нибудь другому подогнать случайно, чтобы сожрать можно крутую попробовать, карточку, типа, да? Попробовать. А если выйдет удильщик, то на этом месте, вот где он лежал, следующая карта положится здесь в темную. И только тот, кто забрал удильщика, может посмотреть ее, а остальные так, просто это так. Конкретно удильщик так работает? Вот такой, конкретно удильщик, да. Еще раз. Понятно. Ну, он лежал на каком-то месте. Так. Я забрала его. На это место карта кладется в темную. А я из-за того, что он у меня есть, миленько. Я могу посмотреть, что миленько. Это. Миленько, хорошо. Сейчас еще проверю, больше ничего. Ну и да, это так. Просто маленькие рыбки, побольше рыбки, вот удильщик, медуза и чайка. И да, все зарабатываемое мы кладем в стопку перед собой вот так вот. То есть верхние карты сверху, вот, ну вот, вот так вот. Понял. И чайку уносит именно чуть верхнюю повыше карту. Надо. Ну, сейчас, я буду смысле. Я сейчас еще чуть приближу, камера позволяет. Хорошо. Да, а чего бы нет? О, Бабани, привет, Бабани. Привет, Ань. Привет. Мало. Что-то не похоже на экспресс. Экспресс уже уехал. Чучух. Ту-ту. Уже все. О, Костя написал, что его звали Мауи. Мауи. Да. Вот так. А, Костя, у тебя что, дети есть? Классный мультик. Чего вы? Классный Костя. Да я вообще никак не смотрю. И может, и Костя классный. Костя вообще огонь. Ну, Костя помнишь, вообще огонь. Помнишь гифку с этими, со сверхъестественным? Это же Костя был. Костя. Костя. Да. Костя опять сел на самоизоляцию. Да. Почему? Сделал прививку и подхватил ковид. И заболел. В смысле? Да. Так. Костян, выздоравливай, друг. В смысле, прививкой ковид? Да. Mm-hmm. Ну, никто не гарантирует, что... Это да, я знаю. Это. Ну вот. Но зато говорит, что у него кашель только там... Ну, что-то слабенький. Прям все лайтово. Не как у меня, да? Фу. Вот, не дай бог, как вот, чтобы как у тебя всем. Да. Ладно, я готов. А зачем я перемешал? Я не знаю. Тупой. А зачем ты... А, ой, я вот, мешаю вот, рыбок. Что-то пошло не так. Ты перемешиваешь, рыбки. И я перемешиваю. А, да, зачем? Не знаю. Моя бабка. Бабка. Трубку курит бабушка моя. Понятно, хорошо. Изи, ну, по-моему, изишная игра. Это просто кубички 2-0. Погнали. Кубички. Это же надо еще придумать. Какие карты у тебя в итоге останутся? Да. Чтобы... Что это такое? Можно теперь так, чайка ушла. В первом раунде чайки не может быть. И это какая-то маленькая рыбка, это большая рыбка и еще одна рыбка. А этот никак не работает, да? Нет, это просто очки победные. Видишь, вон много, поменьше. Не уноси далеко, и надо будет раскладывать каждый раунд. Я понимаю, поэтому... понимаю, я этот, что будет. Хорошо, я выбрала. Ну, тут, мне кажется, особо не принципиально. У меня не хочет. Чёрт. Да. Так, ну, соответственно, моя рыба вот эта. Тебе надо чайку теперь. Так, это вот... твой сброс. Так, теперь смотрите в экран и этот, куда вы вот будете сюда. Класть. Вот здесь моя рыба будет лежать. Да. Эта штука передалась между нами с тобой. Это все в сброс вот эти, правильно? Они все просто идут в сброс. Свой сброс. А почему свой? Не помню. По-моему, даже просматривать ну, нельзя. Тогда стороночку убираю. Ну, можно вот здесь его где-нибудь. Можно? Да, вот типа мой цвет запомнишь. И что мы играем? Пока 12 раундов закончится. Да, и там 12, и тут 12, просто 12 раундов. То есть к концу у тебя... Хорошо. То есть ты прикидывать должен, что у тебя там по картам выйдет. Воу. For Sale 2.0. Я вот, кстати, прям For Sale очень плохо помню. Тоже играла вот году в 9-м продано. Ее потом даже взрослые дети локализовали. По-моему, у меня нету. Хотя я видела, что ее потом сделал еще кто-то. Но она была прикольной тогда. Не помню прям For Sale, вообще не помню.
А чё, чё у нас там? Да ё-моё. Сейчас опасно будет. А что вы играли в прошлый раз? Какие карты? О, вы 7-8 сыграли, а я сыграла плохо. Плохо я сыграла. Я сказал кубички 2-0 не потому, что игры похожи, а потому что очередная карточная игруля от Эврикса. А. Она и сейчас огнище. В смысле, for sale огнище? Вот я не на... Ну, в смысле, давно в неё не играла. Поэтому просто вот эти штуки сбивают, блин. Ну Вечно. Хорошо, давай берем. Фифу берем просто стороночку. Давай здесь я брал. Вот тут моя ставка. Чего ты? Тебе не хватает карт? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, а почему я тогда цифру одну не увидел? Даже не знаю, что тебе сказать. Ага, потому что она у меня в руке другой. Я, кстати, до сих пор не играл в Продано. Продано? Ну, это Fossil Press. Это же она. Угу. Вот. Я сейчас просто в голове Янка заиграла со словом, после слова Продано. Готов? Да. Так. Хорошо, ладно. Я поняла. Кладешь поверх. Ты сброс. Что сыграл ты? Один? Единичку. Угу. А ты 9? Да. Хорошо. Я попытаюсь запомнить. Пока еще можно. А чайки будут, я не поняла. Ну вот я жду, да. Но сейчас не будет, сейчас она тебе закроет. Хм. А эти можно смотреть нам? А, да, просматривать стопку. Вот эту ты можешь, а вот эту, по-моему, угу. Так. Я проверю. Да, это у меня в руке есть. Это... Ну, в принципе, да, это как бы смысла никакого. Сейчас. Разрешите, пожалуйста. Да, она должна еще прижать. Ниже. Да нормально, еще видно. Ниже. Да видно. Ниже, вот так. Вот, теперь видно. Скрываем. Просто, а, просто ты не сыграла карту. Давай. 2-8-2. Так, нам я нужно смотреть на выше. Эту. Ты выше. Поэтому мне достается. А мне, может, никакая не достается. Или я чуть ниже ныряю, думаешь? Ну, ты же нам сказала, как правило, розы. Ну, правило, посмотри просто, и все, а я пока переключу. Или мы с тобой. Или ты имеешь в виду, что мы вот здесь с тобой? Мы с тобой здесь, ты получила, а я считаю, что я нет. Вопрос не в типа тему. Типа мы пошли на одну и ту же глубину рыбачить, и я просто увела у тебя добычу. Да, и потому что ты тебе покровительствует вот эта кошка. Юр, если надо, я могу запускать фоновую музыку. Просто раньше с ней было некоторые геморрои. Верхние карты стопки улова игрока всем видна. Игроки могут тайно просматривать карты в своих стопках улова в любой момент игры. А, подожди, просматривать. Ну, нельзя заглядывать под верхнюю карту в стопках других игроков. Получается, игроки не могут смотреть карты погружения. Написал Андрей Добродеев, написал, что получает Ксана. Почему? Потому, ну, она же ниже. Вот... Нет, здесь нарисовано вот... Эта штука как бы стоит вот так. То есть Аня кверху, вот к этому верху ближе. Вот, ну, в смысле, ее рука, показывающая наверх. Вот так. Да, вот эта штука вот так стоит. А почему не... Переключи наверх. Не попой, а вот этой вот она стоит. И поэтому получается, что... Вот, видите, здесь зеленый браслетик. Да, это наверх рука показывает. То есть, кто выше, тот... Если мы боремся за верхний... Здесь нарисован верхний... зелёный браслетик. Да. А вот здесь красные браслетики. Как да. Я включаю трэш дэт-метал, очень атмосферно получается. Что за группа-то хоть? Я больше... Вот, теперь можно назад переключить. Я больше по мелодик. Какой-нибудь Children of Bodom там. Он врет, он Fallout Boy слушает. Ну и Fallout Boy тоже. Но это же не Death Metal. Нет. Ну, вот. Одно другое не исключает. Посмотри, в спорных ситуациях написано, что если два или больше ныряльщиков сыграли карты погружения и спорят за улов в одной из ячеек лагуны, то разрешается с помощью фигурки богини Китти. Мне кажется, что тогда я эту карту не получаю. Ну просто я так понимаю, что Андрей это имеет в виду, что на второй... А руке красный, что, по идее, ты должна, наверное, забирать тогда этот. Нет? Нет. Нет? Ну все, это только за разрешение ничьих, и все. Да. Все, значит, это просто в сброс отправляется. Да. Че карточки по мету, что у вас там, что вы делаете с играми? Ужас, смотри, какой мет. Ужас, фу-фу-фу. Ну ладно, но ты уточни это, а то как да, же так? Да, это важно. Ну просто в случае, если сколько бы нас было больше. Нет, если бы нас было 4 игрока, ну да. То мы бы такой ситуации в принципе не возникало, потому что и так 4, 5, 6 только трое получают карточку. И из-за этого получалось бы, что нам это не важно. Угу. Втроем, возможно, не играли просто ни разу, поэтому такое не возникало, и уточнений такого нет.
что происходит? Берет ли игрок, который... Я, короче, этот... Я достал... Удильщик, я посмотрел это, я сделал ставку. Просто Андрей пишет, ну вы же спорите не только за верхнюю, но и за вторую карту. Нет, мы спорим только за верхнюю карту, потому что мы спорим за конкретное место, вот которое, за ячейку, которую мы нырнули вот сюда, и двое нырнули на одну и ту же глубину, и дальше смотрится именно у кого, кому богиня покровительствовала. Ну что, богиня, погнали? Ну давай. 11, 12, 3. Мне ведь 11 досталось, прикольно. Ну ладно, тоже неплохо. О, чайка пришла. Твою... И еще чайка. Твою налево. Огонь. Как туда попасть? То есть, если я сейчас раздобуду чайку, она сожрет мне двенашку? Да. Собака бешеная. Угу. Это же передается. А где чайки? Вот чайки. Все хорошо у тебя? Да, боже мой. Ай, ладно. Не знаю, куда я попала. Так, 6, 7, 3. Ты еще попал? Ты вообще просто... Фу, на тебя. На тебя хорошо? Хорошо. Нет, у меня вторая медуза. Я жду третью. Третью, но эту сожрала. А у меня восьмерку сожрала. Просто топовые ставки. Да ну. Так, это твоя... Это чья? Это не моя? Моя вот это была. Толстый котик был мой. А ты что ставил в прошлый раз? 6, по-моему, он ставил. А я семерку, да? Да. Твою мать. Простите. Будь серьезней. Нет, классная игруха. Обожаю ставки, просто это... Огонь. Это, знаешь, вот я... А, кстати, это всегда. Я люблю игры на социальную дедукцию, ставки, это вот очень близко просто. Чё там? 4-5. Блин, опять чайка? Да вы чё, издеваетесь, что ли? А чё, ты не вторую медузу не съест она у тебя? Она съедает семерку. Понятно. Ань, ты собираешься очки зарабатывать в этой игре или чё? Вот медузу можешь взять ещё. Согласна. Подождите. Она здесь? Да. Так, 12 самый низ. Да, ну блин. Медуза. Так, ладно. Вернула рыбу, которую чай сожрала. Мы похожи на арбузы. Помнишь такой мультик? Нет. Вы чё? Я помню, конечно. Спасибо. Это тоже будет в закрытую кладца? На место или неё? Или только вот сюда? На место, нет, на нет, место, на место неё. А, окей. Так, девочки. Так, становится чуть посложнее. Да. А может вот эту? Подумал. Вот эту. Блин! Да почему? Зато у Тимурова чайка сожрет. Не ожидала я, блин, такого. Я тоже не ожидала. Мне было бы нужно гораздо больше минус 15 унести, чем 3 принести. Так, на, подглядывай это... сюда. Она где, наверх? Наверху будет лежать? Угу. Чего за фигня? Вообще не то. 6, 8, 5, самый низ. Блин, что там? Да нормальная там пятерка. Там хороший удильщик, между прочим. У меня просто вообще... А он тоже считается? Он тоже будет теперь класть там в темную. Так, это твоя. Какие толстенькие! Ты посмотрел? Да. Так, и мы за эту боремся. Так, а это перекладывали? А этот ты должен лежать здесь, да. Значит, мое, да? Да ну тебя. Да. Это теперь здесь. Хорошо. А это что здесь было? Маленькая шестерочка. Ну давай, последние две карты остались. Не то, что мы... Что с этим делать? О, чайка. Класс. Да ну вас. Вообще, вы мне не нравитесь. Ну и по последней карте просто, потому что по последней карте у тебя нет выбора.
Да камон, серьезно? Блин. Блин, у меня очень плохая карта. 4-9 открывай. 4. Вы боретесь за верхнюю. Я, видимо. Да. И ты получаешь да. ее. Ну, видишь, тебе не досталась эта штука, да. а моя унесла. Меня устраивает. А меня нет, потому что... У меня даже минус! Медуза, все, замедузила. Ой, не надо со своими 12-ю. Не хочу смотреть. Вообще не нравится. Крутая игра. Я вообще не смогла взять чайки там, где мне надо было. Взяла какую-то дурацкую медузу. Вообще не попала никуда примерно. Не то, чтобы совсем не попал. 61 у меня. Ой. Так, ну у меня здесь так вот. 20, 30, 66. Они спорят за верхнюю, потому что в раунде самое маленькое идет наверх. То есть, как бы, вот это максимальное внизу, а самое маленькое наверх. Хотя, да, при игре втроем она же становится и средней. И вот был вопрос. Мы же сначала раскидываемся по локациям, насколько я понимаю. Ну, вот в таком случае у тебя непонятно, воспринимать ее как среднюю или воспринимать ее как самую наименьшую. Вот что сложно при игре втроем, получается очень много каких-то недосказанностей. Да нет, в смысле, у тебя правила должны это регулировать как-то. Mm-hmm. Если, типа, карта никому не достается, например. Меня устраивает, потому что так я постоянно выигрывала и забирала то, что вот так вот. Поэтому если бы ты сейчас взял 15 очков, меня бы это устроило, в принципе. Потому что я бы выиграла тогда. Почему это? Ну, у тебя 66, у меня 61, 15 тебе вычти, и я побеждаю. Но ты не... В смысле, ты же не всегда... сейчас взяла же. Ты же не всегда проигрывала за эти, за... Ну, а Тимур бы взял минус 15-ку. Нет, вы бы спорили оба, либо за ту, либо за ту. Да, но я выигрываю. Ты выиграла спасибо верхнюю. За подписку, парник, вот. 89. И вопрос, должен ли брать Тимур минус 15? Не знаю, Тимур ничего не должен, потому что мы всю игру играли вот по таким правилам. Поэтому 66 очков, распишитесь. Прикольная игруха же. Потом посмотрю. Не знаю. Если не будет, потом допишем что-нибудь еще полезного. Не нравится. Она быстрая на ставочке. Ну, я не то, что прям в восторге. Ну, получается, при игре втроем надо много чего уточнять про вот такие штуки. При игре вчетвером такого у тебя просто не возникнет таких ситуаций. Скорее всего. Почему-то не возникнет. А если ты человек? Если трое человек. Кстати, вот вам и ответ. Если мы играем вчетвером и трое поставили одинаковую цифру, то вы боретесь за одну и ту же ячейку. То есть, одна карта... Мы боремся всегда за одну и ту же ячейку. Другой вопрос, получается, следующий. Разделите на 2. Нет, получается, следующий вопрос. Вы боретесь за ячейку следующую, потому что это как бы следующее, или боретесь за ячейку самую верхнюю, потому что это самое наименьшее число? За какую ячейку вы сейчас боретесь? Понимаешь, да? Вот в чем проблема. Спускаются ли те, кто продул ниже? Нет, они не спускаются, те, кто продул ниже. Это как бы нормально. Меня интересует вопрос. Если бы я знал французский, я бы, конечно, прочитал. Ну, прочитай, наверное, что-нибудь. Жу-жу-жу. Я же носитель. Я же носитель. Ладно, потом скачаю английские правила и прочитаю. Не, мне понравилось, прикольно. Мне нужна эта игра, я хочу в свою филлербокс ее добавить. Андрей пишет, что вы придумываете, когда цифры одинаковые, богиня показывает, кто чуть выше, а кто чуть ниже. Не, вы не про это сейчас мы поговорили. Богиня. Вот смотри, сначала первая, большая глубина. Игрок, сыгравший карту с наибольшим числом, забирает улов из самой нижней ячейки лагуны. Средняя глубина. Игрок, сыгравший карту со вторым по величине числом, забирает улов из средней ячейки лагуны. И третья, малая глубина. Игрок, сыгравший карту с наименьшим числом, забирает улов из верхней ячейки лагуны. Вопрос только в том, что считается ли это следующим по значению, или это считается наименьшим. Я так понимаю, Андрей имеет в виду, что вы когда... Мне кажется, наименьшее число – наименьшее, поэтому самая высокая ячейка. Но оно точно так же является и вторым по значению от девятки. Да, но... Но нам не хочется минус 15. Не хочется. Ну просто... Сейчас я на форум полез. Ребята, мы правим косяки игры в прямом эфире. Вообще просто. Просто тогда. Топовый контент. Такая ситуация. Я хотела рифламу сыграть, которая замешать в русскую первую и вторую части, которую я не играла. Что ты там следующее привезешь? Чего?
Вообще. Ну нет, давайте не сегодня, пожалуйста. Пожалуйста, давайте уже все. А, ладно, 10. Наверное, всем уже надоело. Че? Нет, я а думаю, что... Когда я до вас доеду еще, я не знаю. А, на в смысле, в июле? В смысле, у нас вообще-то... Вообще-то у нас раз в месяц... Все, план записано. Конечно. Я вот лезу на форум БГГ, потому что я теперь для меня принципиальный вопрос, как для победителя, понимаешь? Я сегодня не выиграла ни в одну игру. Кстати. А помнишь, как я приехала первый раз? Помнишь, как я приехала первый раз, и мы играли в 4 игры? Или в 5? И я выиграла во всех, кроме одной. Да, это Костя было... пишет, на БГГ нет. На БГГ нет, да, Костя, я уже вижу. Ну ладно. Посмотрим. Просто по идее такая ситуация может возникнуть. Может, но вот сейчас... На любое количество, на любое количество игроков. Абсолютно. Если все игроки, например, сыграли, да. Там в пятером играете, всего два значения. Да. Вот просто всего два значения, то как их распределять? Ну, нижнее понятно, а вот что с верхним? Оно идет сюда или сюда? Нет. Я думаю, что выпуску, оно... К выпуску нужно будет факт подготовить. Я думаю, что так что надо писать, кому надо... этот, Бруно написать. Бруно, ну, камон. Ты придумал игру, как играть вообще? Бруно. Бруно. Как играть? Как играть? Как играть? Не братан! Люди бежи! И он такой, ну, конечно, все сразу понял. И ответил. А, что там? Просто выкладывайте карты и говорите вафли. Да, но ты не знаешь, о чем речь, это уже локалочка. А сегодня что? Это про 5 минут Dungeon. Короче, да, 5 минут Dungeon, там прикол в том, что вы открываете карточки, а на карточке, чтобы ее победить, некоторые, ну, символы нарисованы, вы с рук должны скидывать карточки с такими символами, все за 5 минут вы должны все подземелья пройти. И с дополнением появляется проклятие, и когда выходит проклятие, оно какие-то условия меняет. Да. И вот у одного мага проклятие такое, вы не можете не говорить ничего, кроме вафля. А так как это кооперативная игра, вы должны взаимодействовать, чтобы скидывать нужные символы, у кого что есть. Вот мы втроем. Вафля! Вафля, вафля! Вафля, вот так полстрима. Что-то вафель захотелось. Всем хочется вафель в этом доме. А мы, кстати, делали вафли вчера? Позавчера? Я тоже, у меня вафли печу. У меня электровафель. И у меня есть. Позавчера. У меня две, одна, значит, другая дома. Да. Ирина Скалова, она же Боргеймерша, в своем инстаграме, подписывайтесь, кстати, выкладывала сторис. Она вечно как приезжает, начинает снимать все и выкладывать потом это в сторис. Смотрите, я у нас долго лайв. Смотрите вафли. У меня есть сторис, но я там вас не показываю. Ну вот видишь, вот не любишь ты нас. Ну почему? Я же приезжаю раз в месяц. В июле ждем. Андрей спрашивает, почему вы не можете спорить и за ту, и за другую, потому что... Ну как бы кот нырнул, вот смотри, кот куда-то нырнул. На определенную вопрос, на какую глубину нырнул кот? Он не может нырнуть одновременно сразу и туда, и туда. Он как бы куда-то нырнул. Предположим, кот нырнул на эту глубину. Следующий кот тоже туда нырнул. Кот однозадачный, он не может нырять на две глубины. Он куда-то. Ну, он говорит, что типа... Слышь, говорит тебе Ирина. Вот эта штука показывает, кто повыше, кто пониже. Но это не так работает. Нет, это только спор разрушает. Это удача. То есть ты нырнул и видишь рыбу. Вы оба погнались за этой рыбой, протянули к ней свои лапы, но богиня... Ну да. Котлонение. Да. Это богиня, она... Богиня котлонения. Она сказала, вот он добудет рыбу. И ты такой, хватит рыбу за хвост. И рыба сама к тебе приплыла. Точно. Или медуза. Или как. Меня пару раз пронесло мимо чаек, между прочим. Прикольно, мне нравится. Я люблю такие игры. Нырнул и не вынырнул. Нету тела, нету дела. Не нырнул и не вынырнул. Стараюсь для тебя, не ценят. Ну что началось-то? Ой, там что-то опять, какие-то ваши семейные разборки. Пожалуйста, давайте потом. Я в вашу семью не лезу, я не понимаю, о чем вы там говорите. Ну хоть кормит, ну Лёх вообще начало. Все, пора заканчивать этот фарс. Да, мне вообще-то еще готовиться. Аньке ботать, а мне заканчивать это... Домонтировать, в четверг выйдет. Завтра вернемся. Что-то выйдет, но надо домонтировать. Но у меня не появилась идеи, что мы будем играть следующее. Ты сам вот будешь решать, или мы все-таки. Да, мы с тобой просто через. У вас целый месяц. Через 2-3 недели. Я просто Тимуру все время накидываю варианты ВК, и потом говорю: знаешь, а я тут еще нашла? А вот я тут еще раз добыла, и вот это, и он такой: я тоже хочу это сыграть. К стриму появляется еще пара-тройка вариантов. И никак невозможно решить. Что? Нет, никаких вопросов. Нет, тут нет демократии. Это у нас в Эврикусе демократия. А вот в настолке демократии нет. Все так. Он не предлагает, говорит нет. Строго патриархат.
Деус же Джамиль пишет. Не-не, подожди, Деус, он слишком молодой для нас. Мы еще не дошли до таких высот. Год лет через 10. Лет через 10. Не, я надеюсь, что-нибудь еще старое такое собрало. После 120 ретро-стримов. Мы говорили и про кубы какие-нибудь, кубометные игры, или про продолжить герман... Я не поняла, честно говоря, на самом деле, насколько интересно людям именно слушать про старые игры, им интересно. И что именно интересно, то есть? Ну так, ну, мне кажется, народ нормально. Вот футбол закончился, все пришли на стрим. Для общего развития, зато вы будете знать, что есть вот такие... Толпы земли бахнете, отличная игра. Я бы тоже сыграл, но я понимаю, что... Сейчас... В смысле, раньше, чем Деус будет, не придет Джамиль? Это странно. Через 10 лет. Ну, через 10 лет не знаю. У нас еще, ну, у меня еще пополнение в каком-то смысле произошло. Там тоже игры от 99-го года и помоложе, там до 2012-го. Разные прямо еврушечки и такие евроабстрактики всякие. Много интересного того, что я сам вообще в своей жизни не то что не играл, даже не знал о существовании таких игр. Это все тоже, ну, в целом, не, как бы не формат для еженедельных стримов, но как раз для нашей тематики отлично подойдет. Поэтому нам на самом деле играть вот. Просто играть, не переиграть. Поэтому будем выбирать и постепенно играть. Там народ хочет Альгамбру, Deus, народ хочет Pillars, но есть и другие, которые я хочу посмотреть, в том числе старенький Wallis там всякие интересные. Вот, посмотрим. Короче, посмотрим. И ждите анонсы, да? А, вот. Нет, я вампирчики не хочу. Вампирчики? Вон там написано вампирчики. Ну, Лёшка хочет вампирчиков, по-моему, да? Лёха хочет? Да. Ну да. И The Village. The Village я сам хочу. Посмотрим. Доберемся до всего. Друзья. Спрашивают, когда успели пополнение тебе сделать. Пу-пу-пу-пу-пу. Это... Вот так вот. Хорошо сохранилось. Это информация, которую я не могу прям... Народ хочет тортик. Которую я не могу делиться так вот, но просто мне в каком-то смысле... Удочерили коробки, да. Посчастливилось, да, посчастливилось получить там 20 наименований по наследству, вот, в общем, стареньких. Посмотрим. Посмотрим. Надо будет во что-нибудь фризовское еще сыграть, он прикольный. Но кроме Power Grid, я, честно говоря, даже не знаю, что еще. Я с фризы, ну так себе, честно говоря, я смотрю на его игры, мне такой... Про это интересно рассказывать, понимаешь? Но как бы вот мне кажется, что каждый стрим, который мы будем проводить, если мы продолжим эту историю... Классно. Сегодня подписок больше, чем донат. Нет, донат был один. Больше, чем все на свете, да. Хорошо. Вот, и мне кажется, что интересно рассказывать про какие-то игры в формате именно, что какая-то предыстория, игра, что-то, ну, как бы, про что-то про нее еще. Про фризы можно много что рассказать. Про них много кто знает уже, но все равно же есть какое-то количество людей, которые там мало слышали, знают. А, кстати, про Чикаго Экспресс, как у меня появилась коробка. Смешная история. Я работала в том самом магазине, который не игровед, еще GoGamer был. И ребята пытались активно... Магазин был маленький, и ребята пытались активно действительно привезти что-нибудь уникальное. Они вот прям пытались договориться, еще что-то. И они в какой-то момент думали над тем, что привезти квинов, потому что их очень мало кто возил, было сложно, и вот они хотели. Год 10-й вот, примерно. Ну, максимум, не, 11-й или 11-й. Ну, что-то такое вообще. Не помню. И у них лежало некоторое количество коробок, которые они купили на предыдущем Эссене, ни зачем им не нужно. Там Чикаго, еще что-то такое, еще что-то такое. Квинов они таки привезли. Это было круто, потому что для маленького магазинчика привезти такие дорогущие игры... Я не знаю, маржа, наверное, была там никакая, и люди торговали практически себе в убыток, потому что это было страшно дорого и невозможно. Но Чикаго лежал в углу и пылился, и им был не нужен. И Оксана сказала, можно я возьму, поиграю? Спросила Оксана. Поиграла? Поиграла. Я тоже поиграл в нее же, в эту же коробку. Да, в эту же коробку мы играем. Вот, ну, я даже хотела у них ее купить, но, честно говоря, всем было уже немножко все равно, и поэтому мне досталась целая коробка. Такая вот. Понятно, прикольно. Это мой, как это... Наследство твое. Наследство, да, из GoGamer'а. Слушай, коробочка Мяури будет поменьше? У нас будет, она, по-моему, будет размер как Арифлама, если я правильно помню. Да чуть-чуть, то есть формат чуть-чуть другой. Ну, хорошо, да. Просто для такой небольшой игры большая коробка такая. А, тут сложный вопрос. Тут, если ее запихивать, наоборот, в мелкую, там бывает, что-то не помещается, из-за поля. В первую очередь из-за поля она должна быть побольше. Вообще в Арифлама должно все войти. Вот я так вспоминаю Арифлама. Ну, Арифлама, она чуть, по-моему, чуть-чуть уже, но чуть-чуть подлиннее. То есть, ну, прям вот... Подожди, что за издатель такой? Такой какой? Суперлют. А кто это? Оригеймс. Господи, это Оригеймс. Что, пыльная? Не играет никто тут в Арифламу? Да позор нет. Вам. Да позор всем. Вдвоем, что ли, в неё гонять? Ну да, действительно.
Давление. А, слушай, да, рефлама не так уж и меньше, это по факту. Просто уже. Просто я уже тебе говорю, она чуть-чуть уже, но вот по сути это сюда переложили, и будет все то же самое. Понятно. У тебя поле влезет. По-моему, пример, да, вот по-моему, вот такого формата она выйдет. Ладно, что, когда третья рефлама уже? Третья рефлама, что, какая? Она есть разве ее? Нужно 4 рефламы разных, чтобы каждый садился со своим набором персонажей. Синий, желтый, красный, зеленый. Да. Просто такой. Ты за кого? Я синим буду. Вот вы все перемешиваете, драфтите, и в этом просто такой Арифлама Deluxe Box такой, с ковром там, со всеми делами. Я хочу сыграть в Арифламу. Эти жетончики, это покерные чипы такие, да? Чип Теории Геймс, если бы Арифламу сдавали, вот такие бы жетоны этих победных очков. Мне, кстати, в Брасе жутко не нравится, что там вот эти огромные такие. Это в Брасе даже такие огромные жетоны. Они там как-то не смотрятся немножко... Не в тему. Нелогично, да, и вот как будто они там... Я когда первый раз увидела, я сначала, честно говоря, подумала, что это человек сам... Ну, бывает же, да, ты выполняешь сам... Ну, кастом игры, я поняла. Да, и вот я подумала, что это оно, а потом, когда появилась своя коробка, я очень удивилась, что там это есть. Честно говоря, не понимаю, зачем. Мне кажется, смысла никакого. Ну, просто Брас, как сказать, его издавали сейчас, точнее, переиздавали, как сказать, ну, сразу как Deluxe Edition такой, поэтому там такие штуки всякие. Вот и все. Но они бессмысленные. Я понимаю. Но и они тяжелые. Они как бы, главное, еще веса столько добавляют, что ты зачем? Мне вот, например, как раз более тяжелые коробки меня раздражают больше, чем более объемные. То есть, так, когда они объемные, я все равно найду им место, наверное, в квартире. Вот когда они тяжелые, это меня гораздо больше печалит, потому что, например, бывает. Не помню, какая-то игра лежала. Вот чуть-чуть больше коробка, а другая чуть-чуть меньше. Она тяжелая, она прям продавливает ее. Ну, и оставить их, ты понимаешь, это не всегда возможно, потому что компоненты пересыпаются, и тоже некрасиво получается. Ну, то есть, прям я из-за этого расстраиваюсь, если они столько тяжелые, так сильно давят на них. Там этот, правый в чате, последовательность такова. Сначала вылавливают нижнюю рыбу и определяют ничью. Один человек отваливается, потом дерутся за вторую рыбу и определяют ничьи. Почему вы так думаете? Опять один человек отваливается. Интересно, ну да, то есть мне, по идее, это где-то написано должно быть, либо на форумах, либо в правилах, ну просто придумывать... Ну, придумывать. Нет, единственный момент, который здесь есть, вот здесь есть, тут по порядку расписано, как глубина разбирается. Так. Вот, видишь, у тебя сначала большая, потом средняя, потом малая глубина. Ну, тогда... И если воспринимать эти цифры как именно порядок разбора, тогда действительно вы должны были среднюю бороться. Да. Всё. Если воспринимать вот эти цифры 1, 2, 3 именно как порядок разбора, тогда да. Тогда мы должны были бороться за минусовые очки. Да. Тогда у тебя минус 15. Почему? Ты же выиграла. Но там другая там это. Другая рука. Ты бы получил минус 15. Тут да, это правда. Просто вопрос тогда у меня следующий. А, там если. Человек, ну, тут тоже по цифрам, я нифига не понимаю про французский, который, но... Человек, который отвалился, можем смотреть? Человек, который отвалился, он продолжает спорить за следующую? Нет. Ты всегда получаешь не больше одной рыбы в ход. Угу. И поэтому получается, что да, вот первое, это вы смотрите на... Боже мой, что это написано? Си Илья пластет туз трос джунис. Есть же эта прекрасная штука, наводишь, и она тебе переводит. У меня такого нету. Ну, тут написали, что... Написано, что в правилах такой пример. Ну, пример? Раз... Пример на троих. Тут же нет примера на троих, тут был пример на четверых исключительно. Там пример на четверых, и просто показано, как... А, ну да. Где? Вот, смотри. Угу. Не, я не понял. Вот смотри, простите, ребятки, что мы в телефоне сейчас. Это просто правило русский на телефоне. Трое игроков выбрали карту погружения с числом 9. Все эти игроки спорят за улов на большой глубине. Да. А получает его игрок один, который сидит ближе к правой руке. Это который из них? Я просто... Да не суть, с остальными-то чё? Просто там как раз они пошагово, видишь, как-то сделаны. Возможно, все сейчас... Вдруг один рыжий, но... Посмотрите пример вправо. Там 3 человека сыграли девятку и разобрали 2 глубочайшие рыбы. А четвертый человек сыграл семерку и берет мелководье. Ну вот, видимо, все карты разбираются. Ладно, сыграли не по правилам. Ну, хоть так побеждаю, блин, на стримах. Ничего страшного. Спасибо, ребятки. Подожди. Что происходит? Трое игроков выбрали карту погружения с числом 9. И они спорили за улов в самом низу. И один игрок забрал ее, эту штуку. Теперь оставшиеся 2 игрока с картой 9 спорят за улов на средней глубине. То есть, все-таки переходили эту штуку. Надо было разбирать все, да.
Снова улов получает игрок, сидящий ближе к правой руке. Игрок 4 забирает карту себе. А, в целом это игры механические. И на малой глубине претендует только один игрок, второй. Ну, то есть, в данном случае, если мы разбираем снизу, то вы спорили за нижнюю, ты получил бы минус 15, Аня получила бы верхнюю. Верхнюю карту, да. То есть... Я тут выиграла. Ну, да. Не, мы всю игру играли не так. Давай вот без «я победил». Я победила! Я всякую фигню набрала, а так бы не должна была. Вот. Так, подождите, мы определились с правилами, играли по одним и тем же правилам. И победил я, ничего не знаю. Стоит ли ждать кулинарные стримы на канале от шефа Тимура? Это Джамиль задал вопрос? Нет, пощек ты Рутьяков. А надо? Не знаю. Хотите? Хотите? Переиграйте? Нет, не будем. Нет, не будем. Да. Спасибо, ребятки. Потом как-нибудь, когда у нас появится коробочка, в следующий раз. Что помогли нам разобраться. Надо было пример просто прочитать. А как обычно, знаешь, вот ты читаешь все правила, а потом примеры прям жирным выделены, и ты там все это пропускаешь, а там это все и было. Все то, что ты потом поднимаешь, ты такой, почему я не нашел? Потому что примеры читать надо. Не, ну в целом это только влияло на резолв, типа, карт. И никак не влияло на наши ставки. Ну то да, есть... ну резов-то важен, как бы, нет. Что там было еще какого классного, интересного? Там есть пример. Пример есть везде, Пришли гномики и переписали правила. Да все, ничего. Когда доп к безумному миру уже говорили. Да, говорили. Когда? Когда-нибудь. К концу, ближе к концу года. Ближе к концу года. Пока ну, сейчас ты сам говорил, коллапс, еще что-то. Оно, конечно же, едет, оно печатается не здесь, это все... Грустно. Бумажное подземелье не будет сегодня. Завтра, ребятки, завтра в 7 часов стрим по бумажным подземельям. Приходите. Слишком новое для меня. Да, слишком новое. Хотя нет, у меня либо не изданы, либо слишком старые. Ну что, все, пойдем учиться. Да. И пить чай. Пойдем. Да, пойдем. Всем пока. Спасибо вам, друзья, что вы пришли к нам в этот замечательный вторник. Завтра увидимся. Осталось всего денечек подождать. Всем пока. Опять во время футбола? Нет, футбол будет в 4. За сборную будем болеть.